Всем привет, ребят, я здесь. В общем-то... Так, подождите секундочку, пожалуйста. Заберу я там цифры, которые мне нужны. И мы сейчас начнем ближайшие пару минут. Сейчас я тут сверну все ненужное. В общем-то, StarCraft Brood War сейчас будет стрим по StarCraft Brood War. Потом, соответственно, после будет Keybet Race Wars турнир необычного формата. Сегодня интересные матчи. Сегодня играет Вердос из наших игроков. Также еще здесь из наших представлены Касс, Блай и Стрэндж. Но они не будут сегодня играть. Третий игровой день, по-моему, 29-го. Точно вам не скажу. Не припоминаю точно. Вот, ну как-то так. Короче, игра будет интересна в любом случае. Был небольшой перерыв. Здорово, ГГ-бро. На Race Wars Keybet шоу матч есть ставки на Keybet, так что можете делать. Также есть они уже на завтрашнюю GSL. Тоже там достаточно будет интересно. Ну, а мы сейчас буквально через некоторое время небольшое начнем. Сетка турнира, сетки здесь никакой нету. Здесь система не с сеткой. Вот, спиритолог, здорово, Вайт, здорово, СК2 ТВ, здорово. Так, добавлено, сейчас я в тему дня запилю. Так, в тему дня запилил. Короче, предлагаю начинать, пора бы уже начать. Ой, прости, Бзик, да... А я не заметил. Ты оперативнее, чем моя внимательность. Не заметил ни хрена сетку. Вот, начинается игра, ребят. Отобрал я демки в Старкрафте, вот в Брудваре. Я репки отобрал только тех, у кого положительный фактически статс, и наших игроков. Вот. Так. Что еще за новый смайл? Это, наверное, в связи с тем, что Миша XCOM проходит. Вот как... где какие-то инопланетяне там что-то там делают. Я просто не в курсе, что там происходит, честно. Ну, ясно. Не, ну, очевидно. Не знаю, кстати, много очень народа я замечал, что... стрим Миши смотрит, то есть игра какая-то известная, видимо. Ну, мне не особо нет времени в нее играть. Какие-то такие игры, но... так как основное время на StarCraft уходит фактически. Вот, если бы у меня, может, не было семьи бы там и так далее, там, ну, я стримил бы 24 часа в сутки и... StarCraft и что-то еще играл по фан, тогда бы да, но, к сожалению, не. Как сейчас? Так, Бунис против Фани играет. Фани, я как понимаю, это наш игрок. Карта Fighting Spirit. Идет разведка. Пул первая от Зерга. Идет подстроечка по что-то. Может быть, под Нексус.
У Протоса я вижу, что добавляется второй гейт, то есть два гейта. Но, честно говоря, я изредка вот такие опенинги делал на этой карте и ей подобных. Но, по-моему, это полный бред, что сейчас Протос делает, что я не знаю, что именно он хочет предпринять здесь. Так как пул даже без мува на самом деле опасен для такого билда. То есть еще при этом всем Фанни не делает 6 лингов, он делает всего лишь 2, строит рунов, то есть экономика и все нормально. И сейчас для Зерга просто какая задача? Он увидит, что здесь 2 барака, в определенный момент добавить побольше лингов, добавить плетку и выдержать, в общем-то, этот прессинг, как бы, и развиваться дальше. Можно добавить мув, да, газ добавить и контрпрессингом пытаться Нексус напрягать. Но вот в первом Старкрафте грань очень тонкая этих всех действий. Почему? Потому что если Протс грамотно отобьется, а ты попытаешься его контратаковать лингами с мувом, то, конечно же, ты по экономике не просто отстанешь, не просто, точнее, сравняешься и не обгонишь, а даже и просядешь. Почему? Потому что тут будет такая же вторая база, будет уже и боевой лимит там в виде зелков, да, как бы, и останется Протсу только раскачиваться, выходить стандартные технологии, то есть мув зелкам, архивы темпларов штормы, если необходимо, если люра будет там драгунам раньше, все. Так, минус пробка. Линги по 2. Лингов, кстати, не так уж много. Зелков 3 штуки. Нужно прикрывать пушку, если хочет подраться. Так, линги врываются. Контроль зелками очень хорош. Сейчас был со стороны Протса. Смотрите, вот как так вот? Явно здесь недоработка Зерга. Протс пришел, но это ж не второй Старкрафт, где варп идет. Протс через всю карту зелками пришел тремя, и Зерг не готов. Ну хотя тайминг хаты был такой, что плетку он физически подстроить не мог. Ну как-то нужно было подстроиться. Муфлингом пошел. Ну что, будет масить лингов? Нет, рабочих вроде как добавлять. Протс подкапливает зелков. И тут еще, смотрите, тут Протс еще может подкопиться и ой-ой-ой, тут напрягать только дай. 5 зелков. Сила уже всего лишь один из них демедженный. Хотя на одном хп, кстати, на одном хп выжил чудо-зелок. То есть он, как и во втором Старкрафте, отрегенит поля и будет с 60 полей. Все. Хотя во втором бы уже бы поля все восстановились. Здесь, ну там 50, правда, узелка. И он бы мог биться. Здесь же они долго очень регенят. Все равно рано или поздно, в данном случае позднее, чем во втором, они отрегенятся. Ну что, 22 пробки. 10 зелков у Протса, здесь 2 линка, точнее, один даже забегает, зелки его пару раз ударили. В это время Протс идет в атаку к Зергу, Зерг вынужден выводить дронов, плетка есть. Часть зелков бьет плетку, часть лингов, в итоге Протс ничего, конечно же, не продавливает и даже плетку. Не, плетку все-таки добил, ну надо же, чудеса на виражах, потери явно не в пользу Протса. Вот когда Протс так бесполезно сливает зелков, это всегда очень печально. Почему бесполезно? Он мне экономику не убил, у Зерга линги с мувом остались. Здесь дома, кстати, что самое интересное, не прикрыто вообще ничего. Зелков расставляете сейчас, чтобы стеночка какая-никакая была. Так, ну здесь зелок один встал, а здесь даже 2 встает, да, посмотрите. Ну здесь-то 3 зелка, посмотрите, один спереди стоит, тут было бы лингов больше, сразу пиво грызть вот этого, который спереди, и все. Здесь проход явно есть, что Зерг прекрасно понимает. Проскакивает частью лингов на мейн. Зелки начали метаться туда-сюда. Нужно лингов ловить. Рабочих частью Протса стоит. Вообще ничего не делает. Здесь линги забегают, начинают фокусить пробок. Пробок фокусят. Дотекание еще лингов идет, и не слабо. Есть уже третья хата, между прочим. Можно до заката делать. Часть лингов врывается, пробок на второй базе. Но Протс царски законтроливает. Вот что мне нравится в первом Старкрафте, то что рабочие гораздо в плане обороны гораздо большую силу представляли вот каких-то начальных таких тем, чем во втором Старкрафте. Во втором есть, конечно, свои особенности. Вот, там тоже рабочими можно отбиваться, но все-таки если руки есть, тут там лингами вообще можно как бы просто не давать, что делать. Здесь же Мейлок попал на него, все начинает тупить, как бы, ну вот. Мне кажется, что это грамотный еще момент такой в первом Старкрафте. Так, кстати, не знаю, выкладывал я или нет, надо будет проверить потом. Я последний раз, когда стримил, это было в воскресенье. И
Я стримил, потом я уехал к Маше. Вот. Я стримил после финала Блая финала против Титрога. Я стримил в записи финал Бису против Эфорта. Какой-то там Старлиги корейской. Ну и я что думаю здесь? Вот это турнир, вот у меня есть 3 часа сегодня до 18.00 до Race Wars и Battle. Я буду стримить первый StarCraft. Сейчас, кстати, еще Mineral Walker, смотрите, в чем прикол. То есть, если у Таня бьют юниты, можно приехать рабочими и начнут все тупить, фокус сбивается, то есть не все начинают атаковать, это очень грамотный момент. Но каким-то образом Протосс опять же в ответном выходе своем пришел зелками к зергу и начинает его пробивать. Даже еще ни плюс один еще нет, все это фактически двух бараков происходит. Цитадель Адун нет, то есть ни о каком муве зелкам даже речи не идет. Но это ошибки зерга, абсолютно точно. То есть он позволяет Протосу через всю карту прийти на муве зелками и убить его. То есть, да, личинок здесь гораздо меньше, чем во втором Старкрафте. Да, заказ нужно делать очень разумно, очень вовремя. Если хочешь отбиваться, боевых юнитов нужно вовремя заказывать. Но, тем не менее, вот надо Mineral Walker здесь отбивать. Конечно, один зелок тут особо ничего не сделать. Но зелки-то все новые и новые идут. Зерг строит дронов вместо того, чтобы строить лингов. Третья хата вообще в продакшене не участвует. При этом всем есть минералов-то вполне достаточно. Так, рабочие начинают кататься. Зелки добавлены. Ой, точнее, линги добавлены. Прошу прощения, ребят. Зелки прячутся за минеральную линию. Конечно же, нужно их обижать, как-то убить здесь за минеральной линией. Просто разваливают лингов. Но ура! Линги сами сагрились сейчас. Пытаются драться. Здесь дрон пытался драться с зелком. Зелка 2 танкует зелеными хп. С красными хп живет и выносит демеджа немало. Вот только-только Прот сейчас реагировал и убил, но он за это рабочего еще забрал. Корсары начинают летать, уничтожать оверов. Спайр только заказан, то есть нужны скоржи, чтобы отогнать этого корсара, потому что нету гидродена нифига и ничего вообще нету. Сейчас насчет supply block в итоге. Ну, корсар не быстро, правда, убивает, гораздо медленнее даже, чем Феникс. Он сплэшевый, потому что... И здесь еще зелки выходят. Не, как-то очень слабенько, конечно, отыгрывает зерк эту игру. То есть, вроде как пришел, вроде как от Протоса отбился вначале от зелков, но Протос и Нексус поставил, и зерк ни лингами ничего ему там агрессивно своим выходом не сделал, ни дома, в общем-то, не защитился. Короче говоря, ошибок очень много. Протос же... За исключением того, что странный билд вообще для такой карты. Ошибок у него было мало. Так, линги бьются зелками, пытаются биться зелками. Это при всем при том, что зелки без плюс один. Но вот доделался мув уже, они с мувом приходят. А с мувом зелки, они, конечно, демеджа больше не умеют. Но они не имеют, но они не прощают. Они быстро догоняют и быстро просто кабину расшатывают всем. Особенно если нету лингов, то рабов-то они вообще быстро... даже на муве тут просто подконтроливать немножечко. Так, линги выходят. Плюс один готов. Все, линги вообще бесполезно становятся. Видите, как зелки их уничтожают. Пора ГГ писать. Корсары все зашатали. 1-0. Ну что, врубаю вторую игру. Поехали. То есть я... Ребят, я, по-моему, мысль не закончил свою. То есть сегодня я не знаю, сколько продолжительность всех реплеев, тех, что я оставил для стрима сегодня, в общем-то, здесь. Но я постараюсь что? Я постараюсь отстримить все сегодня и постараюсь стримить корейские ивенты по первому StarCraft'у в прямом эфире, которые идут. Вот, так что... Может быть, будет интересно.
Так, два дрончика заказано сейчас. Опа, великолепный контроль. Минус, минус дрон. В самом начале Зерк теряет рабочего. Это очень неприятно. Ну, не смертельно. Особенно в первом, старый. Почему особенно в первом? Потому что дальше все от твоих рук будет зависеть. То есть, хотя, если тебе убивают пробкой, ну, там, рабочего в начале, в самом, значит, уже нужно о руках-то задуматься. Потому что у твоего оппонента, видимо, они попрямее. Все-таки, но, тем не менее, исправить можно 1000 раз. Это будет, как и во втором StarCraft, собственно, это неприятно, конечно, минус мораль в начале рабочего потерять, но абсолютно не критично, но сколько пробка сможет мешать Nexus, хату ставить, это просто жесть, на самом деле, то есть через Mineral Walk просто ходить через рабочего, рядом кататься, посмотрите, Кротс просто сколько не дает, ну все, заплевал, наконец, Зерк. Привет, Бастард. Со здоровьем получше вроде как. Я был с семьей, ездил. Вот, погуляли по лесу, там хвойный такой. Ну, сейчас просто от медикаментов всех отказался, что мне врач прописывал в прошлый раз. Жду, ну, вчера был кашель, но у меня воздух здесь сухой. Но, не знаю, короче, с горлом вообще почти все нормально, но еще что-то сохраняется немножечко. Думаю, что... Завтра к лору, наверное, схожу я просто. Потому что у меня есть некоторые подозрения. Нужно точно, нужно сдать анализы, убедиться. Потому что мне кажется, что у меня даже... Ну, может быть, грибковый, конечно, маловероятно, но... Не бактериальный точно инфекция у меня. Если вирусная, не вирусная, нужно выяснить. Так, заказан зелок. Вижу, речь о Корсаре идет. Корсар может бить на муве, но нужны руки, чтобы Корсар бил на муве. Вот. И в первом Старкрафте, то есть у кого руки, у них юниты как бы вообще другие, собственно, функции приобретают. Это вам не второй Старкрафт, где Феникса послал просто мимо, он летит и сам стреляет. Причем как на встречном курсе, так и назад разворачивается. Корсар назад атаковать не может. То есть, если от тебя улетают муталиски, и они находятся в рейнже атаки корсаров, то можно их просто не отпустить, как бы лететь и сплэшем, пиу-пиу-пиу, пилить их как бы на отступление. Вот, и, но, естественно, если ты, как бы, контролить не умеешь, то ты пиу раз и все, и отстал, как бы, то есть нужно достаточно быстро кликать и четко, чтобы и скорость сохранять без остановки, и успевать атаковать, то есть это, конечно, вот в этих моментах всех, я считаю, был баланс в первом StarCraft, в отличие от второго, где юниты сами, как бы, по себе, пока здесь юниты... Здесь юниты чисто у кого руки, у того юниты и сильные. Так, спайр заказ, не знаю, просто видел, по-моему, да, сейчас заметил. Сверхранний какой-то спайр прямо у зерга муфлингом делается. Зачем ему такой сверхранний спайр, я пока понять не могу. Я вижу, что плюс один делается корсаром. И Старгейт, супер, супер верное просто решение. Вот. Так как Зерк на сверхслабой экономике пытается выйти мусор. 31 пробка на 24 дрона, это уже о чем-то говорит. Плюс с таким спайром не очень удобно выходить в третью, то есть сейчас нужно минеральчики подкопить. Но в принципе в кармане вот эту третью... А, уже есть третья, прошу прощения, у Зерка, о чем я говорю, третья уже есть давным-давно. Выходить-то в нее не очень удобно, то есть она есть, в чем неудобство заключается, тем, что... Она будет не раскачанная пока. И еще суть в чем? В том, что если корсара не вкатывают, то просто мы делаем просто, опять же, вот в этом здании Стададеля Дун мув плюс один. И муталиски, если погибли, то тут навряд ли успеет свич в люру сделать зерк. Просто могут прибежать зелки в одном из направлений штук 10 плюс 1, против которых линги без армора вообще. Ну, не бесполезно, конечно, но учитывая в том, как
тяжко они окружают в первом Старкрафте, например, зелков. Зелки их просто изничтожают в хлам. То есть там зелки просто наубивают невероятное количество. Единственное, второй барак бы добавить. А, здесь еще и Даркшрайн, точнее не Даркшрайн, архивы Темпларов. И будут в итоге и дарки еще. Скорее всего, под Корсаров. А в первом Старкрафте не было Даркшрайна, архивов Темпларов отдельно. Одни архивы Темпларов, собственно, и отвечали за продакшн. Как дарков, так и псиштормовичков. Корсар пытается найти. Где же овер? Вот он висит на третьей базе. Ну что, подлетел рядом. Находит все-таки просто овера. Корсары добавляются. Вижу скоржей 4 штуки летит. Но проблема в чем? Корсары, у них нету разгона. То есть они скорость имеют. Скоржи летают так же, как муталиски. Муталиски летают так же, как корсары и все остальные. То есть... Сейчас просто нужно уйти под фотонку. А ошибка контроля от Протца сейчас была какая? Фокус скоржей был одного корсара, но второй корсар был в их ренже. И ни в коем случае... Из-за чего он стал в их ренже? Потому что он поворачивал много. Летел бы прямо, не смог бы скорж оказаться в ренже. Нужно было вот лететь не вот к этой фотонке, а прямо вот сюда подлетать, к этим двум. И тогда бы корсар не потерял. Ну, не критично. Зерк, собственно, не строит мутку. Он... Чисто с коржами корсаров погонял. И свич делает гидру, решение верное. Так как если уже корсаров 3 штуки еще добавляется и плюс 1 им делается, то, конечно же, в муталисках смысла никакого нет. Протс просто добавит их больше, там штук 8, там 10 в итоге корсаров. Они все развалят. А муталиски в первом Старкрафте против корсаров это не фениксы, которых можно как бы поймать там на рендже даже. Именно на муве, то есть отступаешь, потом резко нападаешь, атакуешь. То есть здесь просто юнит-то сплэшевый, как бы. Он сам гоняет муталисков, наоборот. То есть с определенного количества мутка сваливает нафиг. И даже скоржи бесполезны, все сжигается, ничего не подлетает. Вот, чем больше муток, тем больше корсаров на 100. Если их будет штук уже хотя бы 12 корсаров, они мутку просто в невероятных количествах будут разбирать. Хотя, если грейдами опережать, плюс скоржи, то там две пачки муталисков, штук 20, там 4, плюс скоржи с разных сторон, они тоже могут развалить, да, корсаров. Но все равно это законтролить очень. Вот уже скоржи, посмотрите, они не долетают. Оверы как падают быстро. Здесь гидра, правда, стоит. И здесь гидра стоит. Что-то я не вижу мува гидры, ренжа гидры пока, к сожалению. Здесь и скорка, и гидралиски просто что-то залетел. Залетал немножечко. Дарк ходит. А, вот он. Прикрытие с воздуха для одного вот этого опасного парня, опасного ниндзака. Вот он, Дарк. Еще корсары летят. Третий Нексус просто собирается запилить. У меня такое ощущение складывается, да. Лимит 52 пробки. Здесь 36 дронов. Ну, лимита... Так, погодите, 60 лимита на сколько? На 2... О, не, ребятки, это что-то... Несмотря на то, что в первом Старкрафте на такой стадии, особенно когда респы разнесены, и зерк строит в основном оборону, хотя здесь зерк строит гидру, то есть очень агрессивную тему, ну, такой разницы по лимиту быть не должно. Хотя на таком... Ну, вот на ранних стадиях в первом Старкрафте нормально, если зерка поменьше, чем Протса. Но здесь уж слишком печально. Стек корсаров... С кем застычены они, интересно. А вот, вот, смотрите, кстати, интересная такая тема. То есть, не только мутку в первом Старкрафте стекали, но и корсаров, и любых фактически юнитов. То есть тут такая плотненькая пачка, вот они начинают жечь оверов. Нужно улетать, значит гидра убьет. Здесь вот еще один овер летит, неплохо жгут. Вот, в минералы пилоном застроена пробка. Корсары выделены вместе вот с этой пробочкой. Вот она иногда даже курс меняет. Почему? Потому что угол, смотрите, очень просто. Сейчас я паузу даже поставлю, объясню, почему так. Сейчас корсары находились здесь. И пробка была обращена фактически вот сюда вот. Потому что на мув жал здесь где-то проц. И угол вот примерно как бы сюда от пробки. Она примерно туда и направляется. Вот сейчас корсары отсюда улетают куда-то. Может быть, сейчас на мувку отнажал сюда, и пробка меняла курс. То есть, я не знаю, именно от направления не зависит, но от того, куда кликает и как мувает
корсаров. Так там и пробка эту купить начинает. Она просто застроена, чтобы она не приехала к корсарам. То есть она не должна приехать. Потому что если тупо выбрать любую, рабочий приедет по земле туда, куда они летают. А стек делается только с каким-то юнитом. Залетит в StarCraft'е, как и стек муталиска с овером. У Z овер и медленный, пока он долетит. То есть одного взяли, он прилетел, потом убрали его, другого взяли. Телевизор на СК2 ТВ не грузится. Я не знаю, почему он должен не грузиться на СК2 ТВ, если он грузится здесь. Странный этот момент. 118, лимит на 69. Прот слетает, тут контролит. Третий Нексус занял. Вижу, что делается мувшатлом. То есть добавляются ривера сейчас. Кстати, с двух робо добавляются. Есть, видимо, и шторм есть. Да, и шторм добавляет. Ну что же. Здесь у нас люра морфится. Я не понимаю, что хочет именно Зер сделать. Ворваться через храм вот этот протстемпл или заблочить оппонента своего. Пока для меня непонятно вообще. Так, ты не понял, ну, чтобы, как во втором Старкрафте, юниты в одной кучке, вот они сейчас начинают разлетаться, вот сколько здесь корсаров, на самом деле, чтобы они в кучу собрались, их нельзя просто взять и собрать в кучу, нужно с каким-то юнитом другим собирать их. Желательно вдалеке, то есть, чем дальше, тем стек лучше будет, как бы. У зергов есть для того, чтобы муталисков стек собрать овера медленные. Просто что он может взять с собой? Он не должен прилетать сюда. Поэтому берут с наземным юнитом, застроенным за между зданиями или за чем-то. Вот сейчас пробка застроена за минералами. Вот она стек и обеспечивает корсарам, собственно говоря, для контроля. На поздних-то стадиях уже там не нужен этот стек особо даже. Так, ну что, выход идет. Как-то часть юнитов просто вообще забирать. Вроде как микс такой интересный, перспективный. Здесь как контроль ущербный. Просто сам не успевает за собой такое ощущение контролить. Ну, хотя не 200 есть АПМ. Вот подходит ближе. 154 лимит. Ну, где весь этот лимит, я чуть не понимаю. Так, дропаются риверы. Шторм пошел. Здесь очень убийственный такой микс. И шторм, и риверки. Гидра сзади подходит. Часть гидры сзади, точнее, подходит. Залпы идут, штормы наверх. Штормы сюда. Риверов Зер, конечно, убил, но слил очень много юнитов. 92 лимита. У Протса 140, тоже часть лимита слил. Новый дозаказ пошел. Нужно выводить все вперед. Сейчас вот дома два ривера еще есть. Патроны не заказано. Достаточно четко все у Протса, но видно, что проблемы с контролем у него определенно есть. То есть он и шаттл все один строит, то есть он просто не может физически всю свою армию взять, как бы, и очень четко контролить, повести. У него, видно, рук не хватает немножечко почему-то, у меня такое ощущение складывается. То есть ему давно уже надо... Так, выводит юнитов, тупили все из этого барака, часть сюда заходила. Можно было вот здесь вот пробка стоит, она мешала. Вот часть здесь пройти, часть здесь. Пробку убрал бы, и не надо барак было побивать, кстати говоря. С другой стороны, добавить новых, добавляет новых, ну надо стеночку здесь обеспечить еще тогда. Так, здесь есть гидра, риверы в шаттл садятся. Риверов невыгодно использовать против малых групп, их нужно уже в замесе применять, либо контролить, когда ты уверен, что не собьют ни шаттл, ничего. Идет сейчас атака вниз, 176 протса, 113 зерга, но тем не менее ресурсы он хорошо тратит, протс, я имею в виду. Так, риверы подлетают, можно кокона убить, нужно в центр только стрелять. Центр вроде просто стреляет. Так, гидра подходит. Все, люру слил еще в зародыше, получается. Так, здесь люр один код пошел. Люр никуда не ушел. Драгуны, риверы ползут вперед. Зелки, драгуны есть сзади на прикрытие. Так, штормы пошли, зерк идет, чтобы отбиться. Люра копается очень близко, один люр сразу погибает, гидра идет вперед, часть люры ее не прикрывает, штормов вполне достаточно, плюс ривера, здесь вроде как оборону снес, ну, очень вязкий такой первый StarCraft, нужно все законтролить, с двух сторон раскидать, здесь перенаправить юнитов, здесь направить, прирост успеть подвести, что, кстати, не успевает просто сделать абсолютно, у него есть две атаки, вот два ривера построил, шаттл заказан,
Сделал грейд на реверам? Да, сделал грейд на атаку, молодец, у них сплэш усиливается от этого. Почему? Потому что плюс 25 они, да. Ну, там несколько уровней сплэша есть, как бы ближний самый, где почти 100% дэмэдж. Есть подальше, где меньше, есть еще подальше, насколько я понимаю, насколько я помню. И вот 25 на весь сплэш распространялся. Или там два уровня было, как-то так. Но это нигде не... Так, во втором StarCraft не написано особо, где было. Там уже самому было все выяснять. Так, корсары летают харасть. В то время как... Так, пролетают ревера мимо гидралисков. В то время как идет атака, здесь у нас ревера прилетают, начинают харасить. Рабочие уходят. Патрон стреляет всего у одного раба, попадая сейчас. Нужно везде пытаться что-то сделать. Так, по гидре, по рабам. Гидралиски идут отбиваться. Корсары улетели назад. Шаттл где вообще? Шаттл сбить такое, у меня что-то ощущение складывается. С хайграунда на лоуграунд ривер не стреляет, поэтому он ползет вперед сейчас. Гидра прибежит и убивает. Здесь снизу, снизу просто все убивает. Короче говоря, у Зерга проблемы, и его уже ничего от них, от этих проблем не спасет. Потому что 178 на 60 пулемет просто добивает здесь, и еще прирост в итоге придет. Так, две атаки, одна фаржа. Вот я и в первом еще StarCraft был приверженцем двух фаржей, и так и надо было делать, потому что одной это мало было, там атаки только. Вторая есть, но она не работает у Гротса. Во втором StarCraft это не настолько критично, потому что с одной фаржи ее и подбустить можно, ускорить грейды, и все-таки немножечко другие стратегии. Хотя в лотве, может быть, в будущем тоже все изменится. Тут что-то оверы летают, я вижу. Так, сбивается аптеж, зерк отступает, 60 лет. Даже нету ни одного люркера, я не знаю, чего он терпит сейчас, чего ждет. Так, атака третья доделалась. Здесь четвертый Nexus. Везде забыты юниты. Здесь чуть-чуть. Нету F2, нету такой кнопки, чтобы взять все сюда. Нужно все вручную найти на карте. Отсюда привезти, конечно. Тут дело такое. Так, ревачки стреляют. Ну, разница с дизрапторами риверов очень простая. У них как бы дэмэдж стабильный по всем. У них есть 5 патронов изначально. Когда кончается хотя бы один, ты новые сразу заказываешь патроны. Но есть грейд, чтобы 10 сделать патронов вместимость. И нету КД, то есть он атакует подряд, пока патроны не кончатся, во-первых. Во-вторых, ну хотя там рейндж как бы побольше даже может быть у дизрапторов. Здесь патроны иногда мажут. Скорость движения патрона тоже здесь большая. Иногда они тупят, вообще не попадают. Есть такое. Но самое главное, патроны ривера покупаются за 15 минералов каждый. То есть они не бесплатные. Пользователь Поспел активировал премиум на ваш канал. Спасибо, поспел. Что там такое? Что за петух? Ну, видно по очкам, что хорошо просто достаточно отыграл. Косяки, они такие всегда были, что кто-то где-то что-то оставлял. При выходе написал петух. Не обратил реально внимания. Ну, Фанни это из Питера, по-моему, я не знаю. Так, давайте дальше смотреть. Я убираю от вас, чтобы вы количество карт не видели. Поехали, следующие игроки. 4 and 3 and
Чувствую я, судя по времени, первого будет речь, что навряд ли... Так, Тиран Проц. Навряд ли за 3 часа отстримятся все репки, потому что там их достаточно много. Там, наверное, где-то штук 7, вот 3 в районе того. Привет, поспел. Во втором СК скоробеи бесплатные. Ну там, тут, там не скоробеи. Там какие-то говняхи летят у этого дестабилизатора. У меня совершенно другой принцип, как бы. Дисрапторов, безусловно, и плюсы, как бы, есть. Ими... И патроном одним реально больше можно, чем ривером. Хотя это спорное утверждение. Иногда патрон ривера так попадал, что прям, ну, если все там в куче наставлено. Но с другой стороны... Так. Барак из центра. Тирана против Протса. Это уже интересно прямо. Но с другой стороны, ты там сам управлял, и он по-любому, если ты попал, взрывался. А ривер мог не попасть. Там, ну, много таких моментов было. Но это редко, правда, случалось. Плюс то есть у ривера в чем суть? Вот если ты стреляешь в спину, как бы, им, и юнит уходит, он мог реально уйти, как бы, и там дэмэджа мало наносилось. Вот, если на встречном курсе, то обычно попадал, да, как бы. А тому-то пофиг, как бы, попал, значит, попал. Так, у Протса 2 барака против Тирана. Очень прикол вообще, честно говоря. Прикол вообще? В чем прикол? Прото сыграет на против тиранов 2 барака, что вообще на самом деле идиотизм. То есть, либо он знает, что тиран любит, либо как бы в чем-то еще суть. Тиран играет барак с центра, то тоже непонятно с какими целями. Вот он приходит, видит, что у Протса 2 барака. Тирану, конечно, нужно сейчас домой выходить, просто ставить бункер там и отбиваться дома каким-то мариками. Либо на рампу там зелков ставить. Простите, не зелков, конечно, мариков. Так, здесь зелок выходит, КСМ-ку тиран вообще не контролит, отдал КСМ-ку. Ну что за ужаснейший контроль. Так, есть 3 марика, строится 4-й, нужно подряд строить их. Ну, конечно, этими юнитами достаточно юнитов, чтобы зилка, например, одного убить. Бункер пошел. Но если зилков, то будет много, они и бункер могут развалить, и мимо пробежать, вот сюда, например. Ведь там же 2 барака. Так, Марика законтролил, молодец, зелка почти убил, ошибка со стороны Протса. 2 зелка подстроил и переходит в кибернетку. Да, ведь такое ощущение, что знал, что тот оппонент его делает. Садится барак, такую небольшую стеночку образуя с бункером. Но здесь вот первого Старкрафта физика не как во втором. Во втором бы здесь бы фактически никто не проходил. Здесь же между бункером и бараком конечно же есть проход. Пошел Нексус, один драгун строится. Рейндж драгунам еще не заказан, ошибка безусловная. Вот если бы Протс вот так вот вслепую ставя 2 барака, играл против стандартного тирана с фактлой, он бы мог бы убить его бы просто вот этих опенинг через зелков. Но тиран играл через барак из центра. Как бы. Видимо, как будто Протс знал, что именно так будет тиран делать. Ну что, 10-21 пробка у тирана. 17 КСМ-ок, они же СЦВ-шки, но ЦЦ-шка раньше у тирана, вот в чем прикол. И это очень важный момент.
До сих пор я не вижу заказа рейнджа драгуна. Вот у него просто есть один драгун и все. Потому что всего один драгун. Есть еще два заказа, если бы. Ну, то есть. Рейнджа нету 100% здесь. Зато есть робот, в котором строится шаттл. То есть это будет риверок определенно. Да, ривер... Робо-бэй пошел. И обсерватория. В первом StarCraft, чтобы попса заказать, нужна была обсерватория. Пробка на разведке увидела. Что пробка на разведке увидела? Так, по-моему, до сих пор драгунам рейндж не заказан. Сейчас мы посмотрим. Что у них за рейндж? Шаттл готов. Ривер строится. Иногда даже со скоростью риверов играли с шаттлом против тиранов, но чаще без. Так, все же строится сопоставимо с со вторым Старкрафтом практически, ну вот. Практически одинаково. Я особо разницы не замечал. То есть тоже очень-очень-очень быстро строится обсервер. Сравнимо с рабочим. Я не уверен, что он там что-то видел, потому что он... Хотя, если после пилона выходил, я вот на это внимание не обращал, можно сейчас будет посмотреть. В принципе, ради интереса повтор. Так, прилетает ривер, дропается. Здесь два танка, все. Этим ривером уже и нахарасить будет тяжело. Да и он уже не жилец особо. Чудом пролетает просто через туретку тиран и прилетает к другой туретке. Просто красавец в кавычках. Минус ривер. Ничего не убил. Вот патроны за минералов купят. Только одного ривера убил. Ой, одного рабочего убил. Все, минус ривер. Этот патрон взорвется. Ничего не убьет. Полный провал стратегии, что называется. Риверочек летит. Что дешево. Все ровно точно так же, как и во втором StarCraft стоит. В первом. Так. Прилетает опс. Кстати, по-моему, сейчас тиран видит этого обсервера. Да, повесил так, что его видно. Вот ты даешь, дружок. Посади ты в Марика в бункер, они сразу развалят этого опса. Тиран что-то вообще невнимательный какой-то. Хотя, вроде, да, это пока нормально отбивался. Третий Нексус прот занимает, пробок переводит на третью базу. Со второй всех, кроме трех. Дексмейна тогда переводи на вторую. Я так часто, кстати, делал в первом Старкрафте. Со второй на третью ведем, с мейна на вторую. То есть, чтобы не идиотизм с мейна на третью, как бы, а поменьше было им ехать. Ну что, плюс две факты пошли у тирана. А здесь вообще ничего не при... Только подстраивают. А вот сейчас тиран сам перевел протосу рабочих. Чем? Своим харасом. Но протосу от этого не легче. Обсервера на мейне нет. Вот он где-то сзади летает. Драгуны идут, минки выбивают. Драгуны с рейнджом все-таки уже. Я, кстати, так и не заметил, как там рейндж протос сделал. Может, вот позже в итоге сделал. Танк выбивается. Здесь нас вультурка выражает харасить. Все-таки ее просто уничтожает. Рабочих слишком много не наубивал. 38. Хотя некая СМ-то у тирана больше. У него третьей ЦЦ-шки пока нет. Но, судя по всему, ему не надо. Он тут как будто бы даже выход какой-то планирует сделать. Хотя нет. Армори с грейдами делает. Ну, Академия в любом случае нужна. Хоть мне и делается стимпак для био, но из-за Академии делается пристройка для просветки. Вот они пошли. Без которых тирану просто воевать никак, любые дарки его забреют. Так, ставятся архивы темпларов.
Третья раскачка. Форжа ставится. Сверхпоздняя форжа у Бродсович. Думаю, что это ошибочный момент. Хотя, в принципе, частенько играли с поздними форжами против тирана. 88 лимита на 77 тирана. Лимиты очень близки. Но вот в отличие от... Хотя у Зерга, то есть, было больше лимита только в том случае, если он там прессовать рано шел Протаса. Обычно у него всегда меньше было. Но с тираном лимиты обычно сопоставимые, но Протас... чаще у Протаса больше, потому что если у с тираном лимиты одинаковые, значит, как-то у тирана все прям хорошо для выхода там, да, там. Ну, бывали тайминговые атаки у тирана, где его лимит тоже протасовский превышал, и он мог держаться, как бы, некоторое время Протас там. Счет другуну, потому что если в ультурок много добавлять, вот, например, две факты слабые, три без, как бы. Я, правда, таких билдов не помню, я помню, у эскейпа давно было факта, одна слабый, четыре в ультурке строят, там на 10-й минуте тайминг просто, ну, вот, вот сейчас уже 11-я минута. То есть уже выход шел, и лимита было больше, у него на сотке выход был на 10-й, то есть, как бы, это очень сильная была тема. Есть к 12-й минуте выход на 120 лимита был, точнее, но его суть была в две факты с пристройками, 4 для ультурок, здесь 3 всего. Короче, у тирана... А, это типа а-ля Нада стиль, посмотрите, Ред Нада, очень старый, но он как бы в древние времена был эффективен, потом не актив, в принципе. Вот против такого контрдропа, конечно, решает, и просто должен позицию держать, то есть он должен все направления контролить, видеть, куда выход идет. Просто стоять на месте, ничего не делать, Гештерн прилетел здесь, подминировал тылы свои и прессует хайграунд. Все, ультур можно заводить прямо в работе, я даже не знаю, что тиран стоит. Даже вот сюда можешь завести минок наставить. Попробуй выбить, просто потери понесет очень большие на этих действиях своих. Приходят драгуны, минок очень мало наставил, ошибку можно было больше наставить и еще эффективнее дрался. Танки снизу стебают по драгунцам, ультурки, зилков, принимают сейчас. Ну, хороший дэмэдж наносит сейчас тиран, что я могу сказать. Ультура прикрыла, вот два зилка забежали, полудохлые были, все нормально в итоге. Здесь у нас заминировал отступление тиран. Ничем не улетел, даже дропшипы слил, контроль просто ни о чем. Но тиран подготовил себе почву, посмотрите, то есть Бродс пошел всеми отбивать этот дроп в тупую. Тиран здесь номинировал, что тяжело будет выйти, вот нужно обсервер оставлять, а он куда-то улетел. Драгуны по минам в итоге идут, все взрываются к чертям. А тиран делает выход ко второй базе, пытаясь Бродса наказать на его второй базе. Зилки по минкам бегают, вот танки пришли, вот туры приехали, начинается атака. Есть уже арбитр, нужно сканить, постоянно сканы идут, танков не так уж прям много. Марики тоже все сливаются, но по земле, правда, Протас все слил. Лимиты равные, почти арбитр в такой ситуации не поможет, ни стазиса нету, ни рекола. Брать к тирану базу ближнюю для Протаса, но это не второй стадий, это вообще идиотизм, вообще полнейший. Какой-то бред вообще. Ну и заблочил тиран, что я могу сказать. Все, уже атакует минеральную линию. Второй Протас идет вперед, пытается выбить за счет арбитра вперед зайти. Ну, два танка стазисом заморозил. Кстати, просто достаточно удачно идет. Почему? Потому что тиран не иметь ультурок в такой застройке и минок, это просто провал. Посмотрите, приезжают в ультурки с минками, минки не выставляются. Да ну, тиран вообще просто трупак какой-то. Тебя подпустили прямо к второй базе, и ты не удержал эту позицию. Хотя ультуры там, они как марики просто штампуются с невероятной скоростью, например, в Старкрафте. И не успевает подвести, заминировать. Да ты-то весь контроль в это должен сейчас вложить был. Тирану, блин. Протас отбивается. Я уж думал, все тут, ну, это реально ГГ Протасу, если тиран бы был нормальный. Так, пошел прирост.
подводить не успевает. Да тут вот когда пришел в такую позицию, просто факты на контрола, там 4, 5, 6, 7, 8, 9, просто чик-чик-чик-чик сюда точки сбора наставил, и все подъезжает сюда, само как бы. В втором Старкрафте и того проще, поэтому я, кажется, удивлялся всегда, когда он тупил, прирост не подводил в ситуациях, когда нужно подводить. Ну, нужно чувствовать, правда, когда подводить тоже. Просто уже заблочил вроде оппонента, но лимит напополам разделил, часть дома стоит, часть здесь. Подведи, убьешь, не подвел, не убил. Так, 88 на 100 лимита. Опять же, вот, тиран Вультурок строит просто через атаку драться. А их эффективность вот, там, от одной минки вультурки может быть больше, чем от самой вультурки. Просто их нужно всегда по максимуму выставлять. Все направления минировать. Это всегда напряг Протсу. Обсерверов, то есть везде нужно держать. Везде успевать законтролить. Где-то на муви пошел, не через атаку послал, сразу все взорвалось к чертям. Тиран вообще не минирует. Он, знаете, вультура приезжает, по одной мини выставил и уехал. Мины-то еще 4 осталось. Все надо, блин, выставлять вообще везде. В центре тирана остался жить 124 процесса, 105 тирана, но все-таки как-то слившись здесь вот в атаке, процесс выгнал тирана в центр. Тиран умудрился там обосноваться и сейчас заказал третью базу. Две факты слабыми, 3, 5 с ультурками, с продакшн хороший, 900 минералов, заказа нету, посмотрите, какие тут с трех баз вот эти факты идеально должны работать. А факторей 7 штук, это 14 лимита заказа за раз. То есть там лимит вообще как на дрожжах должен расти. Вот вультурки пошли. Просто вот сейчас тиран не заказывал вультурок примерно на продакшн вультурки. То есть он 4 лишился фактически сейчас за то время, как факты простаивали. В первом Старкрафте ключевое было. Но правда, забывает заказывать вультурки, но не забывает заказывать грейды. Уже 3-1 делается. И научное судно, и ЕМП грейд делается, который у Гастока в втором Старкрафте. То есть сейчас будет ЕМП, сейчас такой сильный лимит будет у тирана, если получится, конечно, сделать его. Но в это время орбитеры летят уже. Представляете, здесь рекул, по-моему, был, но много минок. Орбитер слился номер 1, орбитер номер 2 слился. Протос как тиран такой же вообще. Залетел, слил 2 орбитера, рекул слил вообще в никуда. Все, лишился всех своих технологий. Стоят в итоге голые драгуны, зелки, ничего нету. Грейды 2 атаки, все, блин, с тираном. Хотя все грейды важны, это тебе не зерк, там как бы по минкам бегать. Армо, фаржа вообще грейды не делаются. Ну, тиран сидит, я сейчас вижу, что тиран выигрывать начинает. Каким образом? За счет грейдов, за счет того, что просто пассивен абсолютно. Тиран не видит, что вот здесь вот база, это вообще ущерб просто вот такого не видеть. Почему? Потому что... Так, давайте посмотрим. А что не убирается-то? А, карта врублена. Да, тиран просто не видит эту базу. Вот вперед он пошел сейчас. Карта зачем-то у меня открыта была, непонятно зачем. Идет вперед. Много факторей, есть пару голиаф уже. 2-1 грейды, здесь 2 атаки. Минки опять не выставляются. ЕМП по драгунам пошло. Очень много драгунов. Широкий фронт у Протса, но делки сливаются. Танков часть вообще без осады зачем? Зачем без осады? Драгунов, кажется, настолько больше, но танки их развалят к чертям. Просто тут матрица пошла. Хотя нет. Пробивает даже Протс. Слишком широкий фронт был. Я уже вот не чувствую даже таких моментов. Протс все равно умудрился развалить. Но... А, третья атака еще не доделалась. Нужно было как к атаке привязать. Но тиран просто выходит, вультуры минки не ставят, ничего не ставят. Ставь мины и все, вот даже тем выходом развалил. 140 лимита на 180 или сколько там было. Вультурки ставят минки, 121 на 76. Арбитр прилетел. Ну такая как бы игра, одни ошибки, что с одной стороны, что с другой. Это если буду стримить корейские лиги, увидите, как тираны нормально играют. В общем-то, с тиранами, кстати говоря, в Европе были что в первом Старкрафте, что во втором проблемы сейчас. Крутых тиранов нет почти.
Причем в первом Старкрафте, ну, все они русские практически были крутые. Я даже не помню, кто там, кто из европейцев нормальный тиран был в первом Старкрафте. То есть был андроид, был адвокат, был X-Буба, вот наши товарищи. Ну, там более старые времена еще были у нас тираны какие-то. Вот у нас реально тираны доминировали всегда. Вот, в Европе их просто не было. Корейцы, ну, Корее ближе были. Так. Культурки расставляют минки. Стоят драгуны-зелки. Было еще когда-то Артосис, который сейчас комментирует в Америке, но он тоже такой, как бы, до андроида не дотягивал. Я с ним тренился, тоже там пару раз было дело. Ой-ой-ой, прилетает энергии, один энергии не хватило на рекол, тиран обоссался, улетает. Блин, что-то так вообще просто смешно. Ой-ой-ой. Короче, были там, потом позже появились такие тираны, как Браток, ну это после 8-го года, Стрелок, то есть он уже как бы раскачал. Стрелок-то всегда был, он еще, я помню, в Риф клане, когда я был, он тоже там был, но он-то вообще мертвый был в те времена, вот. Хотя Стрелок там что-то рыпался более-менее, ну вот уже как бы что-то получаться и как бы... Реально тащить он стал в 8-м году, 3-е место на ЛЦГ, когда первое на русском занял, но Стрелок ответственно к финалам мировым подошел, мы вообще абсолютно безответственно подошли. Ну там еще был прикол, что там визы нашим не дали, кто прошли, ребят, с кем тренился я, как бы. Вот как-то минус мораль была из-за этого. Был, еще в старые вообще времена был Ян такой, бог Ян, у него никнейм был, из Украины игрок, но он... участвовал в отборочных Украине и всегда их выигрывал, потому что А2 был его другом, как бы они, ну, он просто в России не участвовал, хотя мог бы и здесь пройти. Вот. Там закончил еще карьеру до того, как первый StarCraft даже кончился. Вот. Стоп, рот ломится, 170 на 100 тирана. Тиран держится пока, но у него одна база фактически осталась. Но вот чтобы 170 против 100 зайти на такую рампу против тирана, такого микса, это невозможно просто. Протос сделал поля. Я, конечно, все понимаю. Вот во втором Старкрафте против тирана нужны поля. Почему? Потому что там архоны против био реальную угрозу представляют. В первом же Старкрафте архоны против вот этих юнитов, против танков, они вообще бесполезны практически были. Против все 100% дэмэдж наносят. Ультур гигантский, то есть расконтролить можно. Плюс ЕМП все поля сразу снимают у научного судна. Хотя сейчас вот просто не успевает тиран даже тупо на арбитра кинуть ЕМП, танки заморозились. То есть поля, как бы, они нужны всегда, то есть все грейды, но они позже армора точно всегда должны делаться были в первом StarCraft'е. Ну, приходит Протс и пробривает в лоб, тиран не выдерживает просто прессинга. Как же долго Протс с тираном с этим вообще разбирался. Сколько было ошибок, просто невероятное какое-то количество. Так, убивает ЦЦшку, здесь одна база еще осталась, тиран за нее, по-моему, не сдается. Здесь 50 рабочих, здесь база кончается, респ занял, добывается как-то нестабильно, все, здесь можно и задропать бы было, вот здесь две минки есть. Привет, пани. Это третья неделя. Кстати, твою мы посмотрели, что-то ты там был, судя по комментариям в конце,
недоволен результатом ГГ, наконец-то пишут. А мы посмотрели уже. Меня немножко припекло, ты там ошибался. Как-то серьезно. Даже я скажу больше. Ну что, погнали. Второе Го-3, да, смотрим наконец-таки. Да я-то верю, что умеешь лучше. Ну что, вторая игра против Тирана. На как че... Так. Можно ж как-то чатик было посмотреть. И вот не как чатик смотреть. Историю чатика я что-то забыл. Ты-то точно должен знать. С тобой и против, кстати, какой-то нормальный такой играл, то есть что-то внятное прям там более, хотя он забывал там, конечно, часть тоже войска в некоторые моменты, да, там. Ну вот по сравнению с этими ребятами, более какие-то игры такие приятные были. Здесь что-то ошибок просто невероятно. Топаем 4 сотки в начале. Не, игру с батонами не видел. Я вторую неделю так в итоге все репки не достримил. Уже потом. Ну что. Газ пошел. Депошечка, барак. Без застройки играют. Ну, здесь вот можно застройку делать, соответственно. Стандартно, как и на всех картах. Ну, можно контролить между депошкой, бараками. Там зелки побегут. Кстати, на этой карте... Вот на этой карте вот как раз-таки зелков можно сыграть. Потому что нету рамп никаких, то есть... относительно недалеко идти, и можно попрессовать там, да, депошку попытаться прийти тирану. Ну, а если вот так вот он играет, так вообще неплохо, там два барака зелки бы могли бы вкатить. Хотя, в принципе, с нормальными тиранами такое вот. И раньше, оп, supply блок, посмотрите, как-то завтыкал с депошкой тиран, здесь не строился ни КСМчик, ни... Он же СЦВ-шечка. По аналогии с вторым Старкрафтом я уже называю, с русским переводом, хотя в английском переводе КСМка, ну, у буржуев на стриме она также СЦВ-шка и есть. Так, драгун готов, нужно контролить, вот... Через атаку послал, кликнул. Нужно на подшаге, конечно, рабочего убивать. А как еще? Иначе он будет кататься здесь. Да? Драгуном убежишь вон сюда, да, аж до храма до этого, пока назад вернешься вообще. Ну, конечно, так и есть. Вот уехал КСМ, просто драгун. Все, пацаны, я, говорит, побежал ловить этого. Меня не ждите. Если будет бой, как бы я... У меня другие задачи. Вот. А можно было законтролить, убить... Здесь вот, но в первом Старкрафте это потяжелее, чем во втором было делать сталкером. Хотя технология, собственно, абсолютно такая же. То есть просто на подшаге контролишь, атакуешь, чтобы не останавливаться. Здесь, насколько я вижу, у тирана стандартный выход 6 мариков, танк, вультурка с одной факты, то есть и переход в ЦЦшку.
здесь выходим, минируем дома, пару минок ставим, приходим сюда, тоже минируем. Ну, на самом деле можно сразу не ставить дома минки, можно первой ультуркой минки припасти, чтобы вот здесь вот наставить у оппонента, а потом плюс КСМ-ки. Да, ЦСшка пошла, но некоторых игроков, кто слабенько отыгрывал, особенно не встречал вот этот выход заранее и не отходил, отступая, отстреливал вот, и с одного барака. Хотя нет, здесь три барака. Три барака, нифига просто дает. Ну, кстати, три барака это интересно, но если грамотно минки наставить, то драгуны будут взрываться. Но если ты примерно знаешь, где минки стоят, драгунами можно выходить четко там на халде или одного вперед выводить и просто минки эти убивать как бы. Так, Last Scan в мое время вообще хз даже кто это такой, если честно. Не припоминаю таких никнеймов игроков. Может кто-то другой был, с какой-то страны-то был. Что же, сконтраливает просто, конечно, дома. Тремя драгунами это не расконтролить, но пятью-шестью уже в хлам переконтраливается. Вот минки, посмотрите, драгуны. Если одна минка, они успевают выбить, но если рядом минки стоят, одна выскочила, убили. Вторую, пока там он замахивается на выстрел свой, она, конечно же, выстрелит. И, посмотрите, опасная очень атака от Протца идет. Он пытается танк нагнать на муви, но вот он сейчас может попасть на минки, особенно если на муви пойдет. Да, раз-два, но повезло, что драгун один отошел. Потому что две минки могут полпачки такую убить. Такое иногда происходит. Здесь барак выбивается и рискует просто вперед идти. Вот еще одна минка, но в принципе, если он через атаку пошлет, драгуны не тупанут, он, я думаю, выбьет ее. Да, успевает выбить. Просто через атаку идет вперед. Как я понимаю, сидж... А не, есть уже сидж. Сидж уже сделан. ЦЦшка улетела. КСН-ки выводятся, чтобы отбиваться. Так, будет к минеральной линии заходить. Странно, как-то танки разложу сейчас. Тиран, не понимаю. Протс подходит. Так, пытается танк зафокусить. Сиджа один. Один зафокусит, но остаются еще два. Нужно подойти как-то, может, под сидж вот этот танк. Подошел. Но, собственно, тиран отбивается. Протс очень сильно ломится. Я вижу, что здесь уже навряд ли он продавит тирана. На минку попадает. Этот танк живет. Короче, только драгунов сейчас слив пошел. Вот то, о чем я говорил, атака захлебнулась. Что мог сделать Протс? Увидев танки вот здесь, попытаться вот на хайграунд зайти, начать харасить отсюда, вынудить тирана отсюда куда-то вот сюда, перебрасывать танки свои ближе и там уже подловить, спуститься, например, видя, где минки именно ставятся, запоминая. Либо просто ступить, не давать ССР-шку вторую сажать, и также вот тирану нужно будет сюда выходить, как бы, и драгунов спасти, самому ставить вторую, там и третью практически одновременно, да, там и в робу выходить. Робота до сих пор нету. Ну, в итоге просто ступает, ну, Нексус заказал, да, ну, 27 пробок на... Из свишек столько же. То есть для тирана этот налом для Протса был выгодный, в принципе. То есть он убил всех драгунов почти. У него лимита 42 против протсовских 46. И одинаковое количество рабочих. ЦЦшка раньше. Это вообще для тирана даже вот такую игру. Но нормальный тиран обязан брать. Просто обязан он брать. И даже нафиг ему вот эти старпорты не нужны. Все, сейчас добавляем просто плюс 3 факты сюда. Даже пусть вот так вот одна строит танки, а 4 вультуры. Все, выходим и Протс просто опускаем. Ну, естественно, Академию нужно строить, чтобы скан был, чтобы, ну, никакие дарки не вкатили. Протс спокойно сидит здесь занимает. Что у него есть-то? У него 8 драгунов. Что это такое вообще? Это даже вультурами можно убить, не то что там с танками. А, американец скан, корейский. Да, что-то все сейчас... Что-то припоминаю такое. Да не, он, наверное, просто продолжал играть. Прямо крутым он не был. Никакого. Из американцев я вообще не помню даже кто там. Ну, Day 9 в какой-то момент, который вот сейчас там супер влиятельный-то. Даже в журналах каких-то. Он сейчас организует, все неплохо играл с эргами. Кто еще-то там был? Но я всех даже так сразу и не вспомню. Артотис в свое время неплохо играл, я уже об этом говорил. Какие-то там корейцы какие-то тоже были, американские, как обычно, кто-то там вот забыл, кто я. В Канаде кто-то. В Канаде Тести вот был крутой игрок, такой достаточно, вот там рандомом вообще катал.
очень неплохо всегда выступал. Ну да, но не такой был игрок, по виду такой типичный американец, как из американского пирога, прям колледж, такое у него лицо, прям вот, прям я не знаю, как вот, кто видел его поймет, вот. Потом в самом конце Идра был, уже, то есть, он уже тоже вылез ближе там к закату StarCraft, он в Корее начал трениться, действительно он круто играл. Я помню, не помню, что за ВЦГ было, где он, где у Сторка там чуть ли не 100 лимита против 170 было, уже просто пойди, сложи там все, через оклик пошли, без сиджа, как бы на муви сбрей, он там сидел, Сторк его потом выиграл. Вот. Ну, Гыр это совсем старые времена канадец. Это уже вообще незапамятно. Еще Герыч играл в Питере, я помню. Когда еще история была, когда французы что-то там на наших напали, там что-то их щемили, короче, наши там вообще, как обычно, непонятно. Еще Дедман тогда, царствие ему небесное, жив был, там тоже ездил в Warcraft. Только начинался Warcraft, когда Дедман тащил. Фух, вспоминаю, да, давненько все это было. Две факты плюс две добавляются. Вот Тиран странный вообще. Факты долго строят, прирост слабенький. Вот, я не знаю, Армори делал-то с грейдами, что ли, играл. Уже строят научную лабораторию для научных суден. Фактически для ИМП. И ни одной Армори не чтобы грейды делать. Так, а Армори есть вру, да, вру. Прошу прощения, ты прав абсолютно. И даже второе добавляется. Вот. Так, поставил. Ну, хотя это не второй StarCraft, здесь как бы нету варпа. Прилетела призма, варпанула, тут все убило. То есть тут тяжело такого. В такой позиции Армори наоборот не выбить будет, на самом деле. Почему? Потому что оно часть прикрыта вот рельефом с этой стороны бить нельзя, часть прикрыта Академией. То есть тут делка 3-4 максимум ее может бить с этой стороны, даже, наверное, 4. Хотя в первом StarCraft по-другому они вмещались. Может быть, 4 еле-еле как-нибудь и вместилось. Может быть, сюда один мог бы дропнуться вот, с этой стороны. Но все же не то. То есть, прирост здесь стоит от всех факторей. То есть, да, здесь место хорошее такое. Плюс один готов грейд у Протца. Грейдов нет пока. 119 лимита у Тирана. Сейчас скажем, сколько здесь. Так, арбитром делается рекол. Не знаю, сделал ли стазис он уже. Я уже говорил на самой первой неделе, что если ты арбитров строишь, ни в коем случае нельзя делать первым рекол. Нужно делать обязательно стазис. Почему? Потому что выходит арбитр с 50 энергии. Вот. Ну хотя, если там у тебя прям вообще рассчитано, то есть на сверхранний рекол, то да, то есть просто чтобы не вкладывать 100-100 в грейд. Вот. Но если ты в принципе играешь в арбитров, а чисто вот с нормальным тираном нельзя на такое рассчитывать. То есть нужно арбитров многофункционально строить. То есть чтобы за стазиса или рекола. Вот. Почему нельзя? Потому что 50 энергии при выходе, 100 энергии стоит стазис, 150 рекол. То есть нет смысла вообще делать этот грейд. То есть можно делать стазис, и когда, допустим, выхода тирана пойдет, и тебе он пригодится, ты кинешь его за сотку, если выхода не будет. А потом уже и рекол к 150 оба грейда доделываются. Вот. Так, 135, здесь 133, в этот раз у тирана по лимиту все значительно лучше. Здесь плюс... Так, а фаржа одна вообще? Фаржа... А нет, одна, да, но это уже вторая атака делается. Здесь две армори грейды делаются. Арбитр висит. Вообще не прикрыто. Посмотрите, вот тиран, а? Сюда танк дропнул. Ну что, пилон убивать, что ли, дропнул? Шел бы, вот нужно что. Посмотрите, какой бред делает.
Ну, минок наставил, вот приди, флотонку убей, базу напрягай, вот отсюда как-то, я не знаю, здесь пилон убивает. Ну, чисто сагрить просто, чтобы он на минках подрывался, да, в принципе, выгодно. Ну, так хоть убил бы флотонку ультурами, просто изничтожил бы экономику этой базы, потому что просто очень долго приходит. Здесь же тиран, вот здесь вот, вот мин наставил, но дома сканов нет, то есть мейн не контролит, не видит, что... А, он хочет прям старгейт убить с арбитрами. Ну, один-то уже висит там, то есть этого не знает, просто-напросто сейчас... Тиран старгейт, причем при этом всем он не выбьет ни в коем случае, тут отбил все. И здесь минок ровно ноль. Туретками, то есть тут нужно вот здесь туретка, здесь, даже, наверное, здесь, то есть плотненько уже обноситься на такой стадии. 1000 минералов куда? И минки ставить, чтобы никаких реколов вообще не вкатило. Приезжают в ультурки, начинают тут драгунов минировать, это абсолютно правильно, но нужно активнее это применять. Выход идет в лоб, танков подходит очень много. Лимит 150 против 130 тирана, дал сейчас тирану осадить себя, просто нужно скопить в группу юнитов, 160 энергии есть, все, лети рекольсы, лети не хочу, как бы. Так, здесь есть арбитр, у него скоро 90 будет, можно рекольнуться прямо вот, нет, сюда опасно рекольсы всегда. Проц на муве идет вперед, кстати, то, что армия так растянулась даже на руку ему, но вот нельзя, вот он видно на атаке идет, нужно всегда вот эту часть берешь и вот сюда отходишь, то есть вручную фронт шире делаешь, а у него все в куче, посмотрите какой вот, ну он ну, не делает этого. Часть в бок отводишь и часть драгунов целенаправленно по одной штучке вперед выводишь, чтобы минимизировать это все. Блин, как же мне вот, смотрю первый StarCraft, понимаешь, что мне он реально нравится, потому что я... Понимал, что и сейчас понимаю, что делать теоретически, да, как бы, и вижу и ошибки, и понимаю, что во втором StarCraft, ну, такого нету, как бы, там все как сам. Хотя, в принципе, и во втором StarCraft моменты, когда нужно расширить там армию, и на высшем уровне все, собственно, тоже, говорят, так же сложно прямо, но в первом это всем необходимо делать было. Так. 2-1 грейды, здесь одна атака, вторая атака скоро будет готова, просто 125 на 104, вот дал тирану так заблочить себя, а потом на оклике убил, все еще пришел, это удивительно прямо. Висит научное судно, где оно висит-то вообще? Залетает, рекол пошел, 4 зелка, 4 драгуна, арбитр с трем в ультурке приезжает, рекол очень маленький какой-то получился. А, вот это судно научное, какой к черту, что, какие к черту матрицы? Вот он, оно висит здесь, научное судно, для чего? Для того, чтобы пусть арбитр летит реколить, заимпешить его, успеть, то есть реакция должна быть просто великолепной. Но он висеть должен вот здесь, чтобы на подлете, а не уже за туретками, видишь, там никого не заимпешишь. Так, в центре что-то происходит. В центре прото стоит, ну вот обсервера, посмотрите, вот одновременно, пока тиран отвлек ультурки сюда, обсервер сюда подводим, идем вперед, убиваем минки драгунами и просто два танка сбриваем на халяву. Протосу не нужен, нахрена обсервер, через оклик пойду сейчас сбрею еще. И даже получается, минки тиран тут поднаставил, ну под арбитром уже минки не так эффективно, делок заходит, минки в минус себе получается, взрывает свой танк, только пара в драгунов попадает сейчас. Был бы опс, конечно, этого могло вообще не случиться. Здесь танки плюс вот тут еще выходит, 2-1 грейды, здесь 2-0. Драгуны неплохо разбирают, сканы кончаются, тиран заранее не сканит, поэтому драгуны все разобрали нахрен вообще. Еще зелки приходят. ГГ пишет. Тиран, здесь еще один реколить. А, он не реколит, у него даже нет энергии на рекол. Ну, у тирана 3 базы, у него ресурсов нет, у него нет лимита особо. Хотя 118, в принципе. Всему нужно было сейчас что сделать? Вот отсюда выйти, вот здесь вот 4-я база находится, вот прям вот где белая точка вот этого трампа. Вот так вот влочить, чем на 4-ю выходить спокойно, и все. Так, ну что, давайте дальше посмотрим, сколько времени. 16:19, у нас еще больше, чем полтора часа на первый StarCraft, Доки Бет Рейс Ворс турнира по второму StarCraft, который я сегодня буду стримить. Так, ну я не буду там что-то... Я все как у меня подряд просто по именам сохранилось, так я, в общем-то, и ставлю вам эти реплеи. Сам не знаю, как и что. Тем более, вот сейчас стадия на турнире такая хаотичная.
Когда будет плей-офф, тогда и будем подряд все смотреть. А может быть даже что-то и в прямом эфире там организуется, не знаю. Посмотрим. Так. Акту Берзерк против Чики Бум. Акту Берзерк, кстати, я помню этого Акту Берзерка. Он, по-моему, из Македонии. И в 2008 году он еще был на ВЦГ. И там прикольная такая история была, сейчас я вам расскажу ее. Что-то мы там, ну... Что-то там мы стоим просто, точнее, приехали в гостиницу, вселились, вот. А, его игру с батонами. Вселились в гостиницу в Кёльне. Вот, и смотрим просто из окна, у нас окно как раз на вход было, там скамейки, смотрим, какие-то пацаны стоят, ну, видно, какая-то сборная, наверное. Вот, кто и пиво жрут прям с утра, стебают пиво, там уже бутылки стоят под вечер, уже там пустых, там уже синие вижу, там что-то кипиш такой помаленьку начался, думаю, по-любому наши какие-то, наверное, ну, там, украинцы или кто-нибудь там, я не знаю, приехал, вот, пойдем узнаем, типа, кто чего. Вот, а мы с Брюсом текилой взяли литруху, короче, в этом, в дьютике, когда летели. Вот. Приходим, а это, оказывается, македонцы там. Вот, и там Октобер Зерк этот, тут он начал там, началось мы там, все там нормально, короче, начали общаться. Вот, и начал он там уже травить истории, типа, вот. Про то, как у них там много мусульман, типа, вот, в Македонии, и там, короче, какие вот, ну, про межнациональные вот эти все темы, типа, как там они футбольные фанаты, как он с голыми руками там на калаши шел, там всех стебал, мы, ну, мы уже поняли, там, прохлада какая-то полетела, как бы, вот. Ну, в общем, короче, веселые они ребята, на самом деле, прикольно было, ну, я на самом деле знаю, что, да, в стране у них такая тема и есть, вот, но... Тем не менее, потом мы еще стояли там с ними, вот. Тем ВЦГ всегда и был приколен, что это на самом деле он как и Олимпийские игры, на самом деле, вот, ну, вот общение как бы с разными там, со всякими национальностями, да, там как бы, и вот тех людей, которых я, в принципе, и в их странах-то навряд ли как-нибудь побываю и увижу, вот это всегда прикольно. Ну что, ЗВЗ, между прочим, у Октобер Зерга уже лейер, плеточка ставится, она же санка, здесь рингами бежит оппонент его, через мув выходит, соответственно, в... А, это Октобер Зерг и бежит против Чики Бума, через мув выходит тоже в лейер, вот. Привет всем, ребят. Я, кстати, как-то потом вроде то ли с Октобер Зергом, нет, не с Октобер Зергом, с другим челом общался. Забыл, как его зовут, тоже он, по-моему, из Югославии бывший, откуда, или Словении, не помню, он там. Да вы видели во втором StarCraft, наверное, на каком-то стриме, не относительно недавно, типа вот у него там детей уже двое вроде как, или что-то такое. Так, Октобер Зерк еще тут с плеточкой, посмотрите, прессует оппонента своего. Плетка прессует, спайера пока не вижу ни там, пора бы заказать, заказывает Октобер, лучше бы здесь бы стоял, здесь как-то фокуснуть его проще, мне кажется, будет. Здесь тоже спайер пошел, но, так, Кукана убивает, что лингов не подстроить. Личинки хорошо убивает, кстати, Грегас убивает. Здесь 300 добыто, правда, а там нифига не добыто. ГГ-чик и Бум пишет, понял, что не выиграть. Интересно. Про ВЦГ 8-го года сразу же вспомнил. Вот, эти, вот этих, в общем-то, товарищей
из Македонии всех вот этих, как с Димагой мы сидели уже на закрытии ВЦГ, и там англичане просто жрали пиво, как бы, ну, вот, видимо, ну, как по смыслу движухи, я понимал, что насморк, как бы, ну, вот, типа, кто 0,5 выпивает, тот красавец, как бы, залпом, и там все GG орали, и мы с Димагой сидели просто, ну, тупорылые просто думали. Просто вот это весь вечер они этим занимались, как бы, вот. Много всяких там историй, надо вспоминать будет еще. То есть, как бы, все одно и то же, так и продолжалось. Ну, короче, в ЦГ это было, конечно, сейчас нету такого, то есть, там были дисциплины разные, там народу было немерено, жаль, что вот эта идея, конечно, загубилась, вот. Samsung прекратил поддерживать, и все, как бы, никому это не нужно стало. Так. Ну, это старые времена. 2008 год, сколько-то лет-то назад. Йо, мы уже 8 лет назад это было. То есть, как бы, я сам, сколько мне лет-то было-то вообще, получается? 22. Ну да, тогда еще... Тогда фигнёй я еще конкретно занимался. Таким образом, что выиграв ВЦГ в России, как бы, и уровень реально крутой был, как бы, мы даже с Брюсом, который как бы вроде главный в нашей команде был, туда прилетели уже в дьютике основательно так. Так, а что случилось? Что это? Кто штору сюда? Кто штору сюда впилил наверх? А что происходит-то, ребят? Давайте-ка сейчас перезагружу я. Может, это реплей какой-то поломанный. А нужно, естественно, было подходить как бы основательно к этому. Потому что тогда в группе я просто провально отыграл. Даже Джону Рэмбо проиграл там. Кто играл, помнит так. Помнит такого товарища, да? Джон Рэмбо, это вообще, ему проигрывать ни в коем случае нельзя было. Не, сейчас уже другая совсем ситуация. Тогда это как-то было, ну, вот, больше for fun. Можно было играть, ну там тогда деньги только за топ-3 можно было там какие-то получить, и то там основной, ну, стрелок третье место занял в 2008 году, красавец просто. То есть было приятно именно медаль как бы в ЦГ, то есть это более ценно реально было даже. Так, вторая игра, товарищи October Zerga. Вот этого и Чики Бума ЗВЗ. Да сейчас это тоже должно быть необычно, просто тем, кому 20 там, лет, допустим. Мне 22 тогда было. Вот, но сейчас и другой, сейчас как бы на этом и заработать можно реально, учитывая курсы и все, да, как бы. То есть раньше как-то никто и не думал о том, что, да, я даже не думал, что вот именно вот так вот буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Вот. Все понимали, что когда-то этим нужно будет завершить это все дело, да, как бы. Вот, а сейчас не то, что прям на всю жизнь можно, но сейчас-то можно как бы и совмещать и учебу, и как бы и зарабатывать, да, там, или заработать, а потом учиться уже, то есть, когда... Голова немножечко подработает, как тот же Полт в Америке делает.
Так, плетку опять ставит Чики-бум. А опять же пошел лейер, то есть он то же самое абсолютно, что в прошлой игре делает. Здесь же у нас есть хата, вторая делается мув. Ну вот таких вот бейлингов нету в первом Старкрафте, чтобы лингов много за раз взрывать. То есть если оппонент строит лингов, допустим, то есть можно отбивать только миалоком и плетками. И плюс лингами безумно. То есть можно просто маслингами вот этого товарища-то сейчас и выгрызти. Рокки Дракун, здорово. Да-да, было прикольно. Очень, ну, вот и городские всякие. То есть в ЦГ еще был прикол в том, что и в России-то как бы многие регионы там вот, участвовали. И там свой турнир, как бы, то есть на местах поддерживалось. Интересно было, хотя прийти, кто в твоем там городе играет, ну или где там, что там. Мы в Питер ездили, понятно, что Пскове все-таки слишком маленькое население, и на тот момент было, да, как бы. Хотя Warcraft там турниры собирали, даже у нас просто StarCraft, он уже как бы с Warcraft одновременно давно был. Даже тогда уже StarCraft был, ну, не дико, ну, менее популярен, потому что турниров меньше, тяжело играть очень. Итак, здесь ринги прибегают, здесь, естественно, отобьется оранжевый. Вот. В пятом году, помню, пацаны из Краснодара, там, я забыл, как зовут. В каком году там, помню, и в восьмом или четвертое место занимал. Протос такой был, не из Краснодара, откуда, с югов, я помню. Там они рассказывали, что до Москвы там сколько-то километров порядочно, то ли 800, на оке ехали там, ну, короче, весело было. Так, прибегают еще раз линги. Попытка с Грейспайр идет от October Zerg. С Грейс не получилось. Здесь 9 рабочих. Здесь 9 рабочих. Здесь у нас 13 рабочих. Тоже Лэр. А, здесь уже тоже Спайр строится. То есть вот оранжевый выбирает ущербную ветку развития изначально. То есть он оборонительно без муволингов пытается сделать лейер и спайр ранее, но ему прибегают, просто лингами напрягают, также делают лейер, и спайр еще и раньше выходит у оппонента его. Надо будет найти просто результаты всех ВЦГ, как бы, которые были у нас в России, посмотреть и вспомнить, что там, где было, когда. Ион Зерк против Эдельгейчика? Нет, по-моему, еще не было этого реплея. Но у нас еще есть... так, у нас еще есть полтора часа примерно до Hitbet Race Wars, турнира по второму StarCraft, который я буду слинить. Так что еще, я думаю, пару, бо, три, тройку мы успеем посмотреть, тем более это ЗВЗ, а ЗВЗ, ну, редко в первом StarCraft длинное бывало, вот 6 минут оно идет на данный момент. Здесь газ убивает. О, тут, ё-моё, сколько? Два муталиска заказал. И скоржей 6 штук. А 6 скоржей-то. Ну, навряд ли тут контролит кто-нибудь как Джейдонг, поэтому скоржи будут эффективны. Просто вот если Джейдонг успевал подстроить 3 муталиска, то скоржи его, в принципе, уже и не убивали-то. Потому что 3 муталиска залпом со стека убивают скоржа. Контролится, по-моему, на патруле или на халде. Вот один уже врезается, а так 2 скоржа мутку убивают. Но минус муталиск. Хорошо, ты куда ты стрелять пытаешься? ГГ, ну вообще оранжевый, конечно, мертвяк какой-то вообще, ну даже. Так, ну что, давайте следующую как раз смотреть. А вот как раз и Эдельгейчик, точнее Эдегельчик против Ион Зерга. Так, я переименовывал, а все равно длинное пишет мне реплей. Так, сейчас, ребят, мне нужно переименовать в первом StarCraft, если слишком длинное название, там ошибка происходит. Вот, вроде переименовывал, а все равно некоторые длинные. Ё-моё, как, насколько они длинные такие. А есть еще и длиннее, понятно, короче, надо будет переименовывать еще тут.
подчеркивание, это система на автомате, она так сохраняет все, блин. Как-нибудь, чтобы сохраняло, оно по-другому бы вообще бы. Так. Заново зайдем. Брюс, дела со Старкрафтом? Слушай, сложно мне сказать. Думаю, что да. Кусочек пирога. И он зырк. А, кусочек пирога. А, уже говорили, уже мы общались по этому поводу, я понял это. Забыл, из какой республики. Идыгельчик. Вот. Ну, фотку показывал мне Фаня, ты скидывал, я помню, где еще я с ним фоткался. Кстати, это 8-й год как раз в ЦГ. Так, два гейта. Странная какая-то позиция. Так, предупреждение за капслок. И за вообще не... Не надо и капслочить, не надо и... Тебе не капслочить, не надо транслита, и не надо оскорблений, пожалуйста. Так. Ну что, два гейта. Далее что? Далее прессовать надо, конечно, зерга. Вот я никогда не любил ставить гейты внизу. Что тут, во-первых, очень пространство снизу занято будет около Нексуса, тут тяжело будет обороняться. Плюс как бы ты пробку, а это в первом старках чувствительно, нужно вниз вести пилон ставить. Так вот здесь поставил бараки. Да, зилкам чуть поближе бежать, но... Не сильно это решит, я уверен. Тос убийца джангли, зерк убийца шаттла. Не, я понимаю, конечно. Один раз-то можно их выиграть. Ну, даже один раз, конечно, таких корейцев шатать, это неплохо, допустим, да, там. Я не думаю, что да, регулярно там они могут их выигрывать. Приходят зелки. Великолепный, кстати, контроль сейчас продемонстрировал Идельгейчик. Он же кусочек пирога. Зелок вот 1-6 слингов забил. Причем с пробкой это все гораздо эффективнее происходит. Я уже потом говорил. Дроны спускаются. Третий зелок пришел. Очень неплохо тут разваливает, на самом деле, смотрю. Просто начинает уже бить хату. Поставил плетку бить. Я говорил, что первый старт чуть-чуть не важнее, чем во втором. Ну как это немножко не так? Я говорил о том, что во втором Старкрафте вот. Так. Контроль. Странно, зелков разделить. Это вот эта ошибка была. Зелков всегда все в кучу надо держать, а они зачем-то с две разные стороны разошлись, и за это вот просто слил. Во втором Старкрафте можно просто с первого раза, ни разу не делая застройку, взять в линию здание настроить, и там все будет закрыто, и ничего проходить не будет.
первом же Старкрафте между всеми зданиями там проходы есть. Тут только на некоторых респах можно поставить так, чтобы ничего не проходило там определенным образом. И это нужно наработать со временем. То есть нужно взять, открыть эту карту, строить по-разному и уже понять, что да, вот так вот как бы не проходит. Вот в чем суть. Если ты первый раз начнешь от балды строить, у тебя такая там дырявая стена будет, что просто, ну, у тебя проходной двор будет. Так, слингов уже много. Зелками четырьмя вообще бессмысленно сюда лезть. Мув заказан. Зерка выдвигается, но зелков просто так не догонишь. Практика запирания рабов пилонами где практикуется? В первом Старкрафте или во втором? В первом-то, конечно, практикуется. Чтобы ей не практиковаться-то, ведь игра не изменилась. Ну, на этом турнире как бы редко я видел, но было пару раз. Ну что, лингов часть обводит, зерк хочет, ну как-то, я не знаю, хитро зайти сверху, насколько я вижу. Фотоночка стоит, ну фотонка сейчас достроится, фотонка это спасение для просто поедет. Хотя, одна-то может и не спасти, здесь уже и фаржа, и гейт падают. Нужно зелков через атаку посылать, только часть лингов дерутся, конечно. Так, пробит проход, заходит зерк, пытается фотонку убить и собирается зергами, как я понимаю, сбрить. Здесь зелков столько, что лингами сбрить. Лингами не получится сбрить, потому что здесь две хаты всего, с двух хат это... Сколько рабочих? 5 дронов у зерга на 18 трубок. Не, ребята, это прохладная история. Здесь 1-0 в пользу протца. Зелки гуляют по карте, непонятно. Так, фотоночки плюс 2 заказывается. Одна сейчас будет готова. Нужно здесь здание еще построить, чтобы стенку сделать. Так, ГГ пишет Йон Зерк. Так, последнее предупреждение. Пишем, ну, замат, как бы. Дальше будет жестче. Сейчас пока народ немного, ладно, уж так и быть. Поехали. 4 and 3 and 2 and 1. Ну что, вторая игра, и он зерк против кусочек пирога, он же и дегельчик. В принципе, запрещен. Сетка как раз таки в темах дня, которая на данный турнир. Что за дискриминация? Я англичанин. Не, ну в чате-то у меня ругаться все равно, а там нельзя даже по-английски. Но зато можешь в туза лупиться, как бы. Но в Англии. Профит, как бы. Вполне, по-моему, ну, неплохо.
что, пробочек четко достаточно направляет. Так, финал Beast of Effort я не просто смотрел, я его стримил в воскресенье, вот. По записям. Там неудобный интерфейс, конечно, что лимитов вообще не видно, ну вот, когда именно прямой эфир, не из репки. В репке-то тут есть вот это, а там у них какой-то интерфейс на такой крутой лиге, что вообще не, даже общего лимита не видно. Меня вот напрягает, конечно. Вот. Как финал, да как обычно. Но мне почему-то кажется, что там вот с момента конца первого Старкрафта, то есть где-то года с 10-го, как вышел второй, да, как бы скилл не прогрессирует вообще, в принципе, как бы ничего нового. Ну, просто крутой уровень, да, как бы достаточно, но... ХЗ, в общем, ну, прикольные игры, что могу сказать. Эфорт, я помню, что Эфорт раньше Бису шатал. Ну, какой прям конкретного места не было. Теперь я просто сказал, я постараюсь, сейчас все равно как бы второго StarCraft настолько прям немерено нету, как бы я хочу побольше стримить, вот, днем ничего нет, допустим, да, как бы, и я буду стараться, ну, этот турнир данный TLS стримить, ну, вот, по репкам там отбирать лучшие, у кого статс лучше и наших там, да, допустим, как бы, кого я знаю наших. Стримить, чтобы не стримить у кого там отрицательный статус уже, потому что третья неделя уже понятно, кто посильнее, кто послабее. И стараться стримить корейские турниры в прямом эфире, просто вроде я так посмотрел, вроде Африка ТВ вот теперь начала работать получше, как бы вроде все грузится и нормально идет. Вот. Так что приходите, буду стараться вот смотреть на Team Liquid когда и стримить. Так, Линк бегает. Подкусывает всех. Кибернеточка стоит. Пилончик здесь есть. Кусается. Бегает один, пока не теряет. Зерк, молодец его. У рабам здесь 28, у зерга 29 лингов есть. Добавил еще лингов некоторое количество. Муфта вообще делается. Да, скоро муфта. Спайр заказан. Спайр ранний. Так, не знаю, нужно... Видел ли Прото Спайр? Я вижу Старгейт, подозревает, видим просто, что происходит. Так, здесь он... А, еще издалека, кстати, застройщика тут издалека. Прошу прощения, идет. И то правда. Про застройщику-то, конечно. Так, линги выдвигаются, принимают зелка, третий не раскачан, наконец-то начинает раскачивать. Ну, сейчас начнется так, а начнут атаковать фотонки. Ну, тут может привести дронов будет просто на, ну, на вторую, на третью, как бы, и все нормально. Вопрос, будет ли Протс готов к мутке, вот это да. Линги забегают, фотонку принимают, фотонки в первом Старкрафте на самом деле очень такие слабенькие, по сравнению со вторым. В втором они пожестче как-то и атакуют, убивают пожестче, да и хп больше на 100 в сумме. Линги прибежали, просто проблемы здесь на мейне. Все-таки пробками отгоняют, но в это время просто тупо не строят корсаров. Еще одна фотоночка пошла. Муталиски, что у нас? Не, пока вообще не заказано. Макрохата. Рабочие уехали. Куда они уехали? На вторую все уехали. Часть еще добывает на мейне, продолжает. Ну, тут фотонка их отгонит. Спасибо. Спасибо за путь. Здоров всем. Так, отменил все-таки фотонку, а?
Ну что, мутка полетела, корсар всего один, но... Минус корсар. Великолепный контроль от Фронта. В кавычках, конечно же, был. Фотонку добавляет. Нужно было улететь корсаром, попытаться накопить вот под фотонкой, ну, хоть сколько-нибудь их. Правда, на второй базе фотонки же в рабочей нету, сейчас только просто ставят. И, конечно же, мутка залетает, это минус просто, это 1-1. Хотя зелки, ну, здесь зелки немножко пошатают четвертую, если линги, и лингов есть некоторое количество. А, сейчас еще линги выйдут, зелки четвертую уже не убьют точно. ГГ пишет, проц. 1-1. Ну что, третья игра, поехали. Побольше успеем, побыстрее запускаю, побольше успеем посмотреть игру сегодня. Так, а никак эту вот хрень, звуки эти нельзя в лаунчере отключить, кто-нибудь шарит вообще? Heartbreak Ridge, третья карта, ну тут три карты на отборочных есть. Что-то меня уже подбешивает просто этот старт. Хотя, в принципе, пофиг, но может быть можно отрубить. Join alert. Так, сейчас посмотрим. Какой это вкладки, просто не вижу. Первые вкладки, где IC Cup. А, звуковое оповещение. Все понял. Все, убрал. Спасибо за подсказку. У меня просто русская версия. Ну что, какой-то... Ага. Девятый пул только что был, насколько я вижу. Пробка приезжает, пул видит. Нужно фаржу, естественно, ставить первый. А что делать еще? Конечно, не Нексус. Фаржа пошла. Ну, застройка, кстати, здесь стандартная вообще со старых времен. Фаржа вот здесь, вот в этой точке, отработан гейт. Еще какое-то здание запиливается, и там пилончики можно. Катался, посмотрел. Ну, естественно, выход только лингов заказывать из этой. Хотя можно и хату заказать, но хотя бы 4 лингов лучше заказать. На это я эту карту вообще как-то раньше не любил, я помню особо. Меня бесило, что. С тиранами меня очень сильно бесило, что вот в линию базы эти вытягиваются. Он тут номинировал центр, свою часть занял, там минок наставил, не приколишь. Ну, тяжело, как бы было очень. Вот. Зерпим и так тоже себе что-то бегания всякие были. Третья тяжелая достаточно такая вот эта рампа, этих много. Я ее фотонить вообще в принципе не любил, как в первом Старкрафте, так и во втором. То есть редко пользовался такими вещами. Линги проверяют что-то, нет ли пробки, что ли, сныкано здесь. Я не знаю, что они здесь могут проверять еще. Не помню, сколько нужно рабочих, чтобы вот минералину собрать. Можно и одним со временем, сколько там этих стеков лежит. Ну, бывало, что, да, там какие-то чудо-билды с несколько дронов приезжают, кушают ее. Или один изначально, потом лингами оббегаешь вокруг, то есть... Кто не видел, тут такая система, что через третью можно прогрызть все эти минералы, собственно, и да можно и вот эту убить, можно оббежать как бы и над второй базой. Здесь вот рампу забежать прямо на мейн в итоге.
Это редко, конечно, так делалось. Да, вот так, таким образом застройка и делалась. Пробочка катается, смотрит. На крипе бонуса мува нету, как во втором Старкрафте. Линги бегают не быстрее, чем рабочие, как во втором Старкрафте. Они чуть-чуть быстрее бегают, поэтому можно до бесконечности ездить. Здесь вот вторую потомку есть. Какой был ЕАПМ? И когда я играл, там таких не было программ. Я даже никогда не смотрел на этот ЕАПМ на самом деле. Даже во втором Старкрафте, как бы, я уже постоянно об этом говорил. То есть АПМ, конечно же, нужно стараться, чтобы он был именно нужный, да, но даже во втором Старкрафте, вот там есть ЕАПМ и АПМ, все равно ЕАПМ не отражает весь полезный. То есть какой-то он бесполезно отсеивает, а какой-то он реально полезный тоже отсеивает. Потому что иногда нужно контролить и нужно много перебираний, там, например, контролов или что-то такого. Лучше смотреть на просто АПМ и уже видеть визуально, насколько он реально полезный или нет. Вот. Поначалу, когда только StarCraft начинал играть, АПМ был больше 300, даже 300 с лишним, 300 с лишним в некоторых матчапах. Он был по большей части бесполезен. Потом уже со временем, когда уровень рос, он в полезный просто превращался. Сетворк, привет. Карту полностью включать не очень. Потому что вид должен быть такой, как в игре. Так, Зилок стоит, контролит. Здесь все контролится, в принципе. Фотоночка есть. Палево потом, почувствовав, можно вторую добавить. Пока никакого палева нет. 28 дронов на 35 пробок. Старгейт есть. Цитадель Адун ставится. Плюс 3 гейта. 4 гейта сейчас будут. Корсары плюс скорость зилкам. Плюс 1 еще. То есть линги будут зилками по земле уничтожаться очень жестко. Зерк абсолютно стандартно, кстати, играет. То есть если просто играет в корсаров, допустим, да, после Нексуса, то зерк строит скоржей, чтобы первых корсаров сдержать. И переходит в гидру там с мувом. С рейнджом, естественно, вот гидроден пошел. И гидрой уже потом корсаров сдерживает, соответственно, когда их больше становится, потому что корж бесполезны. Если же прот сыграет без Старгейта в цитадель более раннюю с мувом, то тогда зерк просто заказывал муталисков обычно, чтобы это все принимать, и уже потом выходил в гидру по земле там. Потому что муту как во втором Старкрафте никто не масит здесь. Прямо там, чтобы их 30-40 штук было, бесконтролить гораздо тяжелее ее, и стейки эти, и корсары здесь есть, во втором StarCraft есть возможность чисто муту масить. Так, что-то саплай-блок здесь получился, хотя не в руке лон готов, и прям без саплай-блоков, молодец, четко достаточно развивается Эдегельчик, только вот сейчас пробку свою застроил, можно для стека корсаров ее использовать, в принципе, если будет добавлять больше. Может, он специально застроил, хотя нет, он через шифт на минерал направил, значит, видимо, не хотел все-таки так сделать. Так, пилончик еще и не пошел, здесь линги стоят. 70 на 50 пулемет, сейчас можно корсара вместе с зилками с мувом выйти. Из корсаров будет достаточно, муталиска смогут выдержать они, то и зилки могут здесь неплохо, на самом деле, набомбить. Специально, мне показалось, что не специально, прям может и специально, да. Здесь уже и зилки с архонами будет сейчас выход. Здесь уже, наверное, и плюс 2 делает. А, нет, еще плюс 1 пока делается. Как во втором StarCraft грыды побыстрее делаются. Зилки выбегают как раз под плюс 1. Корсары тоже полетели. Муталиски, где они? Вот они висят. Муталисков реально много. Но если сейчас корсаров будет мало и они не развалят воздух, то тогда план процесса вообще провалится. И зилки здесь не убивают достаточно. И по воздуху все отдаст. Причем... Так, плеточки по 2 есть везде. Корсары прилетают. Скоржи идеально сейчас с разных сторон залетели. Но корсары, кстати говоря, муталитки все равно разваливают. Несмотря на то, что скоржи долетели. Зилки начинают шатать. Одна санка минус уже.
Плюс один готов. То есть свинги уже вообще зелкам не помеха практически. То есть они с двух ударов, не с трех разваливают. Пытается дронами зерк помочь, но все равно санки не выдерживают. Но вот сейчас минерал луком зелков затусил немножечко. Я так раньше называл, затусить. Потому что реально они там как тусовка какая-то начинается, чуть-чуть там друг на друге колбасятся, выйти не могут. 4 зелка остается, ну тут уже муталиски новые добавились, и корсаров больше нет, чтобы все убить. Ну просто, смотрите, просто достаточно выгодно сейчас вышел, то есть он, у него 50 пробок, он здесь наубивал оппоненту и лингов, и рабочих, здесь 27 дронов просто на 50, и вообще по лимиту-то все замечательно. Кстати, я постоянно что-то переключаю, чтобы лимит посмотреть, а они здесь есть, эти лимиты. 9-я минута, но третьего Нексуса нет, то есть зерк может восстановиться, сейчас люру добавить, гидру, и без третьего Нексуса все печально будет. Так, здесь уже с архонами выход пошел, а вот с архонами выход вообще трудно отбиваем для зерга. Почему? Потому что у него ничего нету по земле, у него только мутка, а архоны гораздо в первом Старкрафте жестче, чем во втором, убивают муталисков. То есть тут стек очень жесткий, сплэш у них какой-то, такое ощущение у меня более широкий, и они вообще нахрен разваливаются. Заходят зелки, заходят архоны, муталиски на зелков наваливаются, архонами нужно прикрыть, можно и скоржей убивать. Так, архоны заходят, архон начинает наваливать, санка грамотно бьет архона, чтобы у него полей меньше было. Муталисками тут зерк подконтроливают, но архон пришел, они, кстати, так иногда лунной походкой к мутке подъезжали при залпе. Минус третья база полностью для зерга, абсолютно печальная ситуация, даже с двух баз тех функций его, скорее всего, расшатает. Три архончика, плюс один все, плюс два не делается, это ошибка на самом деле, потому что особо выходу, плюс два это даже не архон по газу, и зря не делают, вообще-то плюс два просто. Здесь на две фотонки залетает зерг, плюс корсары, ну вот сейчас, кстати, эту игру очень четко просто отыграл, молодец, вообще в хлам зашел, просто в хлам развалил. Заходит сейчас на вторую базу, нужно, конечно же, минерал волк, чтобы с минерал волком в первом Старкрафте можно просто не подпускать было зданием, например, с оборонительным своим. Ну, архоны, конечно, против рабочих, это прохлада вообще для зерга. Архончики достают до плеточек, корсары убивают все. Под арконами еще можно стоять, отлетать от скоржей, то есть чтобы законтролить. Контроль, мягко говоря, не идеален, но ГГ 2-1. Четко отыграно. Почему скоржи не пикируют на арконов? А почему беллинги не подпрыгивают во втором Старкрафте и воздух не взрывают? Хороший вопрос тоже, конечно. Так, сейчас давайте пока запускать буду. При вот такой теме просто должен и третью ставить, и грейды продолжать делать при таких прессингах. Ну, вот. Тогда вот исполнение еще бы лучше было бы. Так, поехали. Ну что, протозерк Трута ЦЗ против Дивалта. Не знаю, откуда зерк, но знаю, что в Ротс этот с нашим флагом, то есть это из России игрок. Вот. Помню, что он достаточно давно играл, но я вот что-то вот, когда сам еще ездил, честно говоря, вот мне вот сейчас, может быть, я его даже и знаю наверняка, как бы, но вот визуально вспомнить, кто это, как бы, мне сложно, если честно. Аналогию между лингами ПВ и СК2. Что ты имеешь в виду? Сравнить их, что ли, как они там и там?
Ну, они чем-то похожи, но из-за физики разные, это, ну, контроль совершенно другой. То есть во втором StarCraft все само собой окружается. Просто оббежал юнита, на атаку нажал, окружено. Здесь же такого нету. Здесь забегать тяжелее, несмотря на дырки в стенках. Ну, многие моменты такие есть. И, в принципе, в Лотве адреналин подняли. То есть адреналин теперь в Лотве как в первом StarCraft почти. Но вот на поздних стадиях линкиш с адреналином, с темным стаей, это жесть, конечно, особенно против зданий было. Лучший не корейский зерк в Европе на данный момент. А с какой он страны-то вообще? Привет всем, ребят. Польша. Все понятно. Поляков всегда. И во втором StarCraft много, и в первом много было. Не понял. А, лигами, а я думал, лингами, я читаю линги, ё-моё. Я тут про каких-то, про лингов рассказываю. Про с лигами аналогию не провести, но тоже как бы, просто здесь буквы были на ПГ-туре изначально, потом на ICCAP'е. Начиная от D, тебе давалось D, и до А+, и уже олимпийские кольца некоторым давали, у кого больше 15 тысяч поинтов, по-моему, было. А минус это 9 тысяч поинтов было. D это 1000 изначально, как бы. Ну и за победу давали 25, по-моему. Я не помню, что там за поражение было, но на ICCAP'е там ну, вот раньше сложнее было, чем на ПГ-туре. Потому что на ПГ-туре А+, я помню, набирал, как бы на ICCAP'е только А. Не то, когда вот отборочные были на турнир, когда нас всех забанили потом с адвокатом, потому что мы с Брюса аккаунта там по 3 победы друг другу на аккаунт набавили, там как кто-то прошарился, все это дело, что запалено было. Вот. Две фотоночки здесь. Протс почему-то боится. А, он видел линга, боится, что пробегут. А, 130 за мод... А, 25 в плюс, что ли, было, по-моему. 100... 100 там. Поляк ушел в СК-2, ну, правильно. Если собирается продолжать играть, так и надо сделать. Я понял, 130 за мотов и сотку за просто без мотов, по-моему, было. Так. Привет, полуобупевший. Ну, условия мне никто в данный момент не создает, но, естественно, должно такое быть. Сейчас я просто один здесь сейчас вот. Переедем-ка все в квартиру, буду отдельно стримить от дома. Надо еще за вебку будет на неделю сходить, присмотреть. С Мишей проконсультироваться с кем-нибудь, кто шарит, что нужно мне. Так, а откуда девал, кстати, вот, он из какого города, из Москвы или откуда, я, честно говоря, не помню. Ну что, пробочка сныкана, спалена. Третья база, ну это стандартная у зерга. Добавляются линги, мув делается, кстати, лингов. Ну это для надежности линги такие, проверяют просто. Не нашел, кстати, пробку. Новосибирск. Logitech C920. Ну посмотрим, там надо правильно. Посмотреть будет, что там по качеству, где что. У Миши, помню, какой-то Logitech есть, помню, у Майкера. Насколько я помню. Найдена все-таки пробка, оказывается, минус пробка. Ну, а для первого StarCraft это не так критично, как для второго. Потому что во втором можно пилон поставить, сюда наварпить, проатаковать, там, я не знаю. Здесь же нифига не наварпишь. Да и не застроишь особо-то тоже.
Так, лингов добавлено сейчас. Спайр у нас почти, не почти готов, он строится. И проход-то, кстати, здесь не закрыт. То есть здесь-то зилки встанут, закроют все. А вот здесь вот... А, вот здесь зилки встанут. А здесь надо пробку-то оставить. Линги ж могут проскочить. Пока не ставят. Делают корсары, есть тогда или одну. То есть будет мув зилкам скоро заказан. Плюс один. Все стандартно примерно, как в предыдущей игре делал. Фидельгейч. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас вебки все это дело, как бы оно из-за курсов всех этих дороговат, конечно, не очень вовремя. Но надо брать, в любом случае, тянуть нечего, потому что хз. Курсы сейчас, да, ну, в ближайшей перспективе не откатятся. Конечно, в будущем откатятся. Вот, вот. В любом случае, нужно брать что-то будет. Так, корсар, в общем-то, понемножечку нажигают оверов. Здесь гейты добавляются. Так. Один проходит. Здесь 2 плюс 3. Плюс 4, является 6 будет. И фотоночка. Сделаны ли ножки? Контроль здесь корсара, в общем-то, летает от скоржей, сваливает. Ну, а, кстати, интересный момент сейчас, какой происходит. Делается, делается армор в спайре. То есть это масмутка, что ли, у нас будет? Похоже на то. Здесь плеточки ставятся, здесь тоже третья, четвертая хата. Я не знаю просто, зачем армор. Может быть, чтобы оверы жили больше. Сайт, который можно посмотреть процент побед в определенном матчапе. Смотря где. Во втором Старкрафте Али Гулаг я уже показывал этот сайт. Вот. Сейчас, естественно, не буду показывать, потому что некогда и неудобно, и о другом речь там надо объяснять. Так, драгуны стоят на халде. Кстати, рейндж сделан драгунам, между прочим. Пытается просто сейчас с архонами, с зилками и с рейнджом драгунам напрягать зерга. Но это все, конечно, очень интересно, но это все лингами сгрызается. И муткой, видимо, тоже это будет сгрызаться. Плеток все больше и больше. Архонов нужно больше. Чтобы вот прикрыть нормально такой микс, нужно больше архонов. Но драгуны стоят газа. Так, еще пару плеток добавлять. Смещается акцент атаки на дальнюю базу. Вот я помню, так вот бывает, похож зырга, понапрягаешь, он плеток наставит. Ну, сбреешь ты эти хаты спереди, а дальше что? Экономику не убить все равно. То есть нужно строить тогда на полный налом армию. Потому что по технологиям сам проседаешь, третий нексус поздно. Вот в этом минус. Здесь уже мутка полетела. Драгунов 3 штучки славил зерк. 100 лимита на 68. По лимиту-то все, конечно, неплохо. Вот, пробрил проц в итоге все и дальше что? А куда-то ломиться? Здесь 6 плеток, здесь как бы 5. Одну пытается заказать колонию, чтобы замутировать еще одну санку. Зерк ничего не получается. Прирост пока не подведешь. Нужно выйти в центр, чтобы соединиться с армией, которая с мейна должна подойти. Драгунов, конечно, все больше и больше становится. Грейды плюс один есть. Фотоночки добавляются. И корсары добавляются против мутки. И корсары плюс фотонка. Тут муталисков надемеджил. Прям в стеке пролетел под тремя корсарами. Они муталиском напищали тут просто неплохо. Только гнаться не нужно, конечно, иначе можно вот отдать корсаров сейчас не делать. Так, что-то драгун тут бегает. 4 корсара. 4 уже неплохо, но вот
контроль какой-то, что сливается совершенно что-то на мутки. Конечно, неблагодарное дело в первом Старкрафте за муталистскими драгунами, архонами гоняться. Блинка здесь нету, как у сталкера во втором. Нужно как-то концентрироваться, либо уже оборонять третью занимать, либо в центр выходить пытаться что-то сделать. Зерк по лимиту нагоняет, у него четвертая вот хата готова, здесь ее нужно раскачивать, тем более рез, все газовое. Хотя на этой карте вообще везде все газовое. Чисто минеральных класс нету. Вот, Протос сейчас совершает просто глупость, просто вообще жесткую, то есть... Он прессовал зерга, и вот таким прессингом, если ты прессуешь, отпускать, ну ни в коем случае нельзя. Нужно ломиться под прикрытием наземных войск корсаров сверху удержать, там контролить, муткой тяжело отбить, пробивать просто плетки. Смысла тут как-то, ну вот, и либо раньше еще третий нексус было переходить, чтобы он уже добывался, чтобы делать шторм, чтобы технологии добавлять. В итоге как просто бегал, третий поздний, ничего не пробил, экономику никак не надемеджил, корсаров тоже подкопить не может. Пока по лимиту больше, но тут-то уже сейчас 4 базы фактически начнут добываться. Ну, прилетает зерк, муталисками подшатал. Правда, сливает тоже очень много. Но тут вопрос не в мут. Это не второй StarCraft. Мут какая здесь только стоит, но тут не будет масса, как бы тут. Зерк просто раскачает четвертую. Оборона у него уже была, то есть после прессинга. Сюда просто люры добавить, там спорку одну. Уже будет не взять, как бы. И выйдет просто в лингов там в дефайлеров в такую сухаевую тему, которая. Пострашнее, чем во втором Старкрафте. Даже. Получается. Ну, может быть, и в ультру даже. Хотя последнего времени стиль, как бы, ну вот когда Старкрафт уже кончался первый. Ультра даже редко была. Это в основном линга Гидра Люра была. С грейдами с трех эволюшнов. Так, третья хата макро пошла. Ну тут пока зерк не будет никуда ломиться, естественно, он будет летать просто. Плюс 2 есть, ну нужно грейды продолжать, конечно, делать хотя бы с одной фаржи атак, то мармор стандартно. На две фаржи здесь особо ресурсов-то нету. Я вижу, что Протос решил, что муталиска слишком много второй старпорт, старгейт заказал. Так, ну пока вот очень странно, что да, макрохат много добавляется, странно, что вот логово королевы нет, чтобы хайв запилить, потому что обычно, еще только мув овером делается, поздний очень мув. Еще одна макрохата, ну зерк решил пока на Т2 посидеть. На самом деле ему, у него ресурсов миллиард, как бы ему можно вот и на Т2 сидеть и хайв сейчас делать просто, потому что, ну, не вижу смысла так вот летать что-то здесь. Тупить. Ну, хочет поконтролить, полетать. Фотоночки добавляются. Респ пытается взять. Ну, респ это правильно, конечно. С четвертую нужно где-то брать. Вторую нет смысла брать. Вот здесь тяжело как бы обороняться. Гораздо проще на хайграунде. Ближнюю к зергу тоже нет смысла брать сейчас. Он ее и будет и шатать как бы при заказе уже сейчас, а потом уже как дефайлеры пойдут. Вообще он ее изи там с темной стаей 10 линдами пробреет какими-нибудь. Даже реверами тяжело будет оборонять, если уж Протос вообще выйдет у них в этой игре. Я вижу, что Протос делает, кстати говоря, вот наконец-то логово короля пошло, делает рейнджовую грейды, то есть это будет что у нас? Гидра, это масс гидра вообще получается. У масс гидра с нормальным контролем тоже имеет место быть, но все равно нужно выходить как бы к хайву в итоге.
неплохо так через муху. Ворвался с коржами зэп, сейчас хотел корсаров убить. Но здесь их реально много уже. Сколько, кстати, корсаров? 10 штук. 10 это достаточно для того, чтобы напрягать зерга. Муталисками уже тяжело его будет сбрить. Плюс один есть. Здесь, правда, армор изначально зерг делал. Вот. И сейчас корсары прилетят, начнут сбривать все. Скоржи. Еще умудряется как-то даже спорж долетать. Непонятно как. Дарки где-то. А, вот они вдалеке. Нужно, конечно, оверов сейчас отгонять. Вот, правда, один на мейне сейчас просто понимает, что нужно убрать его. Дарки заходят. 3 штучки. Можно, конечно, просто лейер убрать будет. Так, оверов убирает корсар. Сейчас просто... Ну, можно через атаку гидру убрать, чтобы она корсаров не напрягала. Муталиски падают очень жестко. Залетают оверы. Сейчас оверов убивает Фрокс. Но гидры многовато здесь. Они дарков минусуют. Все-таки в итоге переагрились на муталисков корсары в итоге. Хотя дарки, кстати, разобрали. Обратите внимание, все. И тут 189 лимита на 123. То есть Протас просто шатает. Да, и режут еще не слабо. Но все равно здесь как бы ключевого ничего не погибло еще. Да, армия потеряна, да, тут корсары шатают сильно. Но сейчас зерк мейн отобьет, просто восстановит добычу. И также файт будет продолжать выходить. Здесь вот зилков налом идет на люру. Непонятно, что хотел просто здесь. Ну, думал, может быть, что там нет обороны или в обороне люры еще до сих пор. Просто зерк все направления задефит. Пятую тут понемножечку раскачает. И будет выходить уже к хайву. Да, вот он хайв заказывает. Здесь 17-я минута уже. Так, попытка врыва как раз на 6 часов идет. Потому что здесь обычно все защищено, а 6 бывает на халяву ставить, что тяжело, типа, между двумя базами находится. То есть, чтобы с этой рампы прийти, нужно зайти фактически через вот эту базу. Хотя здесь обороны никакой нету. Ну, зерк привел сюда, правда. Так, начинают дропчики грузиться. Ренжовые грейды делаются. Ну, третий эволюшн с таким стилем нужно добавлять. И коготь делать зергу обязательно. Потому что здесь и линги должны быть эффективны. И ренжовые игры все должны быть грейды. То есть сейчас два прям направления дроп идет. Но здесь, кстати, и фотонок много, и юниты стоят. Здесь корсары висят, то есть Протус ждет этот дроп, кстати, очень четко его ждет. Здесь вообще дроп не пройдет, похоже. Хотя, да, ждал, но корсарами не законтролил, то есть здесь просто нельзя, здесь не нужно было давать даже дропаться зерку. Хотя часть юнитов дропнется, но часть нет. Но здесь вот самое главное, что люру один хотя бы дропнулся, уже напряг. То есть обсервера прям в данном месте нет. Здесь вроде как отбивается, не вроде как, а легко достаточно отбивается Протус. Ну а здесь люр напрягает, но все-таки в итоге спит был. Спиты все убира, в итоге обсервер залетает, его никто убить не может. Зилками, драгунами Протус отбивает, все, потери ненужные. Можно было просто в зачатке все это законтрить, убить. В это время атака ко второй базе идет и на резв сюда гидра бежит. То есть просто на мультитаске сейчас начинает зерк пытаться просто Протус расшатать. Варпа никакого нет, поэтому вот сюда не может просто откуда ни возьмись юнитов доставить, как во втором Старкрафте. Здесь в итоге гидра люра пробреет, скорее всего. Товеры залетают от дарков, вдруг здесь дарки. Нужен шторм, то есть я не понимаю, почему просто шторма нету. То будь у него шторм, он сейчас и на мэне проще отбился. И здесь бы просто на рампе обороны сюда заходишь, штормы кидаешь спокойно. Даже не на рампе, вот сюда даже штормы кидаешь. Одними фотонками как-то, ну, в первом Старкрафте с их не будешь. Они слабенькие, да и юниты грейжены их вообще уничтожают. Чермяки стоят, вот 76 энергии, не знаю, есть шторм или нет. Фокуса нет, а вот есть, да, шторм кидается. Просто, видимо, штормовиков не удалось свое время нормально настроить. В итоге зерк как-то, уже казалось, Протус игру перевернул, уже там лимиты 180 на 130 были. Но, бегал взад-вперед, зерк даже без всяких там хайловых технологий просто на мультитаске туда-сюда послал и просто не отбился. Ну, как-то бредовато, конечно, но ничего не поделать. Здесь дропались дарки, ну, вроде как отбил зерк. И ультралис кеверн, сейчас он ультру будет строить. Если, конечно, не выиграет до этого момента, вот просто собирается попрессовать, по-моему, сейчас.
Минус люра в центре. Лимита все, уже зерга больше, 140 на 130. Грейды вот здесь уже 2-2, сейчас скоро будут. А, нет, погодите. Нет, 2-2 здесь не будет. Кстати, я проворонил, как дарки вырезали 2-2 просто. То есть 2 эволюшена убили. Вот это, кстати, было очень важно. Вот, ну тут здесь просто нереально много макрохат, там эволюшены везде ставятся. Протс как две атаки сделал, так и перестал грейды в итоге делать. Четвертой базы лишился, вот третья только атака сейчас делается. Это нужно было давно еще делать. Здесь он заходит, гидру прогоняет, штурмануть можно на рампу и нужно. Ой, как такой смачный шторм прошелся сейчас. Но это уже игру не перевернет никак, что-то 120, лимит на 150. Здесь у нас линги заходят на 12, люра заходит, копается, аркона нужно как-то подшатать. Люра как-то очень далеко от фотонов закопалась сейчас, то есть ее попробовать нужно перекопать сюда вместе с лингами, естественно. Я думаю, сейчас зерк этим и займется, он по частям перекапывает, ну по частям тоже вариант. Закапывается люра, что он только по одному проходит. Просто много люров может сюда закопать, и они сплэшем потом просто унесут в линию. Сэндрит уже какое-то такое абсолютно небольшое войско бегает, которое ничего изменить не может. Ну, тут 160 держится, есть ультралиск, кеверн. Да, ультралы строятся, не знаю, есть ли грейды на них уникальные. Нет, грейдов вообще никаких нет на ультралах, может скорость бега есть, не знаю. Заходит просто, ну это отдача, посмотрите здесь сколько зерка с разных сторон. ГГ. Так. Загружаем вторую игру. Поехали. Игра долгая, уже полчаса остается фактически у нас до второго Старкрафта. Нужно будет... Сейчас посмотрим, сколько здесь игра будет идти. Наверное, уже нужно будет переключаться сейчас. Так. Пилончик пошел. Пробочки строятся. Так, кстати, даже вот постримил несколько уже порядочно, сколько я дней много постримил первого StarCraft, уже как-то под отбой. Не кажется мне все таким диким, как-то вижу, как прям все ездит, минералы добываются. Чтоб самому бы поиграть, так курил бы больше бы еще бы. Вспомнил бы, так сказать, чувства все эти. Блочит здесь хату. Протос не без основания ставит две фотонки сейчас, потому что здесь через пул первый лингов да заказал зерк, бежит вперед. Ну, конечно же, одна фотонка просто не успевает. Это как во втором Старкрафте была любимая тема. Вот он любит забегать, да, как бы.
И одной фотонки мало, то есть даже вот если здесь она вот идеально стоит по центру, все равно лингов из 6, 4 тогда пробегут, и для рабочих это очень большие проблемы. Ну а с двумя фотонками уже так просто не пробежишь. Нужно гейт ставить, нужно закрываться полностью сейчас. Гейт вот здесь вот, видимо, будет заказан. Ну да, сюда он потому что не влезает, это видно. Так, линги возвращаются пробку ловить. Будет ли третья хата запилена? Третья будет запилена, но не на респе здесь на газовом, а на минералонле своем, который за мейном располагается. Ну, более безопасная, конечно, база. Ну, в принципе, и так играли зерги тоже. Обычно предпочитали они ставить как-то на газе сразу третью. Стенка кривая, ну да, как-то стенка-то я смотрю, то есть фаржа вот так вот должна стоять, то есть, чтобы вот здесь проходик-то был только раз отсюда выход. То есть, может быть, пион даже не так как-то поставился сейчас. То есть, получается, здесь просто жирнющий выход, непонятно для чего. Вернеточка пошла. Ну что, кибернетка готова. Здесь третья почти готова. Гидроден, кстати, гидроден, смотрю, у нас на малой экономике сейчас ставится. Ну, Старгей здесь есть, но это явно не против Корсара гидроден. То, что он, если под Корсара ставился, он бы позже был бы. То есть, судя по всему, да, мув гидре пошел. Зерк собирается сейчас на небольшом таком лимите подпушить именно гидрой. Возможно, даже он принял решение, увидев эту стенку ущербную. То есть это сразу минус фаржа с этой стороны, можно выбить гейт. Как-то так. Гарри в прошлой игре затащил зерк. Так, сейчас овер подлетел. Казалось, далеко летит, но тут косоугольная проекция, первый StarCraft, поэтому это кажется, что далеко, а фотонки так не кажется, она стрелять начинает. Плюс гейт пошел, еще так, цитадель Адун. Раш собаки люркеры. Почему не играбелен? Может быть, в будущем-то мы увидим какой-то такой раз. Просто, ну, сейчас никто не играет. Я думаю, что все, что раньше было, но все играбельно сейчас. Просто нужно исполнение на уровне. Овер есть. Прикрываю тот Корсаров его гидра, чтобы никакие дарки не провлили. Не может убить фаржу зерк по одной простой причине. По той, что у него нету рейнджа гидре. Вот сейчас только рейндж добавился. Одну фотонку сбрил и занимает позицию. Вторая фотонка вообще теперь ничего не прикрывает. Новые добавляет, конечно, но как-то поздно. Хотя не, они достроются. Ну, блин, гидры-то все больше и больше становятся. Сейчас еще рейнджа пока нету. Скоро рейндж будет готов. Не знаю, что зерк боится, нужно сейчас фотонку подойти вот отсюда, было бы просто. Гейт сейчас упадет. Все, гейт падает, нужно немножко гидру отвести и так, будет ли копиться. Еще один корсар прилетается, еще один корсар в никуда. То есть, ну вот это вообще, не, значит, не надо корсаров тупо было строить. Так, ну что, 4 фотонки будет. Дарк мимо гидры пробегает, овер не видит, не контролит. Здесь овера есть, поэтому навряд ли дарк вкатит. Ну и гидры сколько у нас? 19 гидралисков. Это реально много. Они 4 фотонки вообще развалят в хлам. Пилон боится просто ставить. Думает, наверное, что
Будет пилон фокусить. Нет, он не будет пилон фокусить. Он заходит сейчас. Так, принимает битву. Потонка минус, сделки минус сейчас. Потонки целенаправленно отфокусил. С одной стороны, с другой стороны не особо они и прикрывают. Все, нужно заходить. Можно зайти, фотоночку еще одну отфокусить. Еще одну отфокусил. Отфокусил зелка, пробки они... Ну, не бесполезны, но много демеджа не внесут. И просто-напросто в лоб сейчас пробивает своего оппонента. Привет. Ну и привет всем, ребят, кто недавно подошел. Просто стандартно пушим гидры пробил, но это кажется, что все так просто. На самом деле, отбивать пробсу очень тяжело. Вот это всегда было, если грамотно делался пуш гидрой. Отбить было очень тяжело всегда. Бегаешь. Так, 17:37 по времени. Ну ладно, давайте посмотрим, что там еще за репки. Еще 20 с лишним минут еще. Еще можно, в принципе, что-то, наверное, посмотреть. Так, вот я вижу Айфу SPX, наш игрок. Давайте его посмотрим. Там еще репки остаются, конечно. Но если будет время, в другой раз их постримлю. Погнали. Дарк рабочих по сиплавину убил. Ну да, что-то я не законтролил. Молодец, значит, Дарк, ну, решило другое в итоге. Угу. Flying AMG против SPX у нас тут такая игра. Не знаю, сколько репки по времени, поэтому я начальную стадию сейчас перемотаю на X4. Вот, чтобы уже основное смотреть, потому что ну, нельзя опаздывать мне на турнир, там второй StarCraft из игры будет. Так, ну никаких ранних пулов нету, то есть, видимо, хата будет. Да, хата пошла. Здесь у нас через барак опенинг, видимо, выход в ЦЦшку через один барак будет. Да, хата ставится. Третий пока от зерга не наблюдая, идет в разведку. Тирана, да, нету ничего. Короче, он ЦЦшку ставит. Давайте все уже нормальную скорость оставляю. Здесь зерк что-то плюется по-рабочему. Ну, две базы, стандарт. Посмотрим, что сейчас зерк будет делать. Будет ли он сверхранних спайр, муталицков играть. Вижу, сейчас очень многие пытаются так играть. Ну, зерги, но с мутастеком у них явные проблемы с контролем. Нифига, что-то не джулая зерк 8-го года. Или 7-го года, по-моему, в 7-м он первый раз показал эту стек. Так, третья хата. Ну да, лейер делается, но вижу, что гидроденов никаких нет, значит, наверное, не люра. То есть мута свич в люру, но не самым ранним лейером из двух баз, когда мута стек просто самый ранний начинает обузиться, там начинается контроль, а с более поздним спайром, с большим количеством муталисков.
плюс один делает SPX, ну вот с ранним грейдом на атаку тиран играет, плюс Академия, естественно, для стимпака. Барак пока один. Барак пока один, бункеров нету. Ну, ПМ 335 прямо-таки. ПМ серьезный. КСМ-ок нужно активнее направить. КСМ-ок достаточно активно направляет. Еще один пошел. Еще одна депошечка пошла. Плюс два барака пошло. Ну вот спайр строится. Нужно, естественно, успеть туреток наштамповать. Готовность спайра к прилету муток. Сейчас будет... Так, здесь что-то дроны стоят. Точка сбора кривая была. Зерк просто не видит, что у него дроны тупят. Так, плеточка пошла еще одна. Муталиски заказано. Сейчас их где-то штук 8, наверное, будет. Что-то непонятное происходит, все стоит вообще. Рабочий стоит, вроде туреток настроил, нужно направить их назад. Здесь турет, правда, не успел подстроить. Рейндж скоро будет готов, Марик, он стимпак. Мариками идет отбивать, под мутку прибежал, но не стал, не расконтролил, не убил ничего. Все, вроде КСМ-ки направили, сейчас на добычу. Туреток вроде бы достаточно. Плюс один вроде бы есть. Почему армор не делается? Не понимаю, чтобы 1-1 было. Ну что, достроилась третья туретка. Рабочих у Зерга 36, ну Зерга третья хада готовит, уже плетку ставится, начинается на третьей добыче, что он до сих пор мутку строит столь. А сверхранний хайп, кстати, смотрите, Зерг играет, очень интересный расклад, редко я, ну хотя не, уже в первые дни я видел, кто-то вот таким стилем играл, то есть без свитча обычно как муталиски и свитч, ну то есть гидроден сразу люркером грейд делается, и Зерг там, например, здесь и здесь на двух респах ставят хаты, под валюра копает с двух направлений, ну максимум один, одно направление тиран убьет, второе остается, как бы здесь же хата ближняя, хайп супер ранний, что это будет? Ну адреналин надо делать, ну сегодня грейженное мясо, может быть в ультру раннюю выход, не знаю, посмотрим. Так, подходит Линги. Да, за протосов играл тоже. Две инженерки уже. То есть тут ставочка на грейды идет. Био от SPX. Но, ну, плюс, естественно, научные суда, плюс танки. Дрейды ставочка-то, она хороша, когда ты очень хорошо контролишь. Против... Хотя, посмотрите, люры-то здесь нет, может быть, SPX, конечно, знает об этом.
То есть, особенно при таком билде зерга, когда люра отсутствует, можно пробивать. Ну, посмотрите, вот что-то стоит, все растянулось. Нужно, конечно, собрать вместе, нужно всех мариков вылечить. Что-то все бегает, тут тупит. Линги пытаются забегать, муталиски линги копятся. Адреналин только-только заказан, а люркер Дэна нету, ультралис Кеверна нету. У дефайлеров тоже выхода не вижу, но вот если такую тему, если... это гварды. Блин, гварды без ничего, они просто там... Они даже брудлингов не плодят, как бруды во втором Старкрафте. То есть они не мешают наземным юнитам двигаться. То есть марики просто на нормальное количество мариков, а здесь нормальное количество мариков. Идет просто на оклике это все выбивается, на самом деле. То есть я не понимаю, куда тиран идет. Вот сюда он хочет зайти, либо в лоб. Здесь плеток уже в лоб много наставлено. Тут тяжело под брудов на оклике будут заходить. Тем более армия вся растянута. Может быть даже лучше. Да не может быть, а лучше на третью пойти. Танки сиджатся сейчас. Начинают атаковать бруды. Не бруды, гварды и летят атаковать. Нужно сприть. Марики по отдельности заходят. Один гвард вообще с непонятного направления очень атакует. Тиран уже добил, почти отступил назад. Но, видимо, не здесь в это время был контроль. Да, здесь, потому что гварды. Вот, это билд. Гварды сразу начинают напрягать вторую базу. Ну что же. Интересный билд. Ну как интересный? Да это частенько такой. Не какой-то там прям Special Tactics. Бывало, играли в такое. Но, насколько я помню, нормальным тираном было не очень сложно такое расконтролировать. Ступи в райты с инвизом, как бы со стеком можно против контролить коржей тех же убивать. Плюс даже землей все это разбирается. Пока у тирана лимита больше, но если вот так вот дела дальше пойдут, это ненадолго. Четвертую тиран отменяет, молодец. С райтами выбивает. Сюда в райты, кстати, с инвизом уже. Нужно сажать ССР-шку, продолжать добычу сейчас. 82-87 по лимиту. Коржей минуснул, оверов минусует. Саплай блок, кстати, у зерга сейчас будет. Грейды, вот, смотрите, грейды на лингов нулевые. То есть, если бы 1-1 пораньше было бы, может, что-то прокатило, конечно. Но грейды отсутствуют. И, конечно, гварды гвардами, но, имея такой ранний хайф, нужно выходить дефайлеров быстрее. Плюс лингом грейдов повыше адреналин. Ну, такой стиль через гвардов. В принципе, я думаю, зерк сейчас дефайлеров и будет немножко выходить. Хотя, если у него такой стиль, может быть и не будет даже выходить. Плюс он новых гвардов морфит сейчас и все. Так, сейчас не успеем просто досмотреть мы походу. Сегодня это все. Идет тиран вперед. Ну да, вторую игру, если она... Да, она по-любому не быстрая. Вторую игру уже завтра, видимо, посмотрим мы. Хотя завтра GSL. Ну, после GSL, значит, завтра не будет же Keep Better Race Wars. Так что все нормально. Пять лимита, у райты плюс марики, марика достаточно много, здесь 80 у тирана, хату отменил, грейды, так, второй армор делается, 2-1 сейчас есть грейды. Неплохо в райтами тут начинает тиран, посмотрите, вот уязвимость где зерга. Все, сбей скоржей, и просто нечем прикрыть будет гвардов. Хотя их уже реально много. Их 9 штук. Вот аналом пошел, матрица в огневика, но он, конечно же, танкует. Смотрите, как он танкует. Пустите меня, пацаны, говорит, пустите, я им сейчас развалю их всех. Но пацаны не пускают пока. Часть пацанов отдалась, конечно, вот он наконец вперед попадает. Теперь плетка действительно в никуда в итоге атакует. Ну, пробивает СПХ тирана, сейчас заходит к второй базе, сбивает, скажи, всех, научное судно живет. В итоге два в райта, можно развалить, сейчас гвардов будет просто. Так, Фанни, приходи смотреть еще, я думаю, завтра будет.
еще что-нибудь. Зерк отбивается понемножечку. Ну вот прайтов нечем забрать. Беда-то какая. Часть мариков уже на менш. 50-60 лимита на 107 в пользу тирана. Здесь здесь био сколько много. Био здесь реально много. Скажи заказ, но вот вместо того, чтобы атаковать брудов, что-то летают в райты. Не понять, кого атакуют. Так, сбивается в итоге. Зерк, дефайлер есть. Еще один в райт тут брудов, гвардов начинает гонять. Потом переключается на веров. Я делаю уже побыстрее. Почему? Потому что нужно уже идти мне на сервер стримить Keep Bet Race Wars. Так, здесь врыв на четвертую пошел. Гварды летят отбивать четвертую. Готовы ли они четвертую отбить? Я очень сильно сомневаюсь. Грейды не делаются на гвардов. Кто-то правильно писал. Ну, кстати, теперь плюс один уже не помог, потому что два армора. Здесь ровно 20. С плюс один груды, гварды с двух ударов мариков убивают. Хотя они и так, кстати, с двух ударов убивают мариков. Но с одним армором уже не с двух. То есть обязательно атака должна быть. Сто 127. Здесь третью сэшку пытается занять тиран. Там мариков немножечко оставил. Заходят дефайлеры. Марики отступают. Ну, темный стаи, да, отменит в итоге. Долго как-то все происходит. Валеры поперли, будет атака со стороны тирана. Вижу, что много веселее сейчас на научных суден. Здесь я наблюдаю ультру, но она пока без грейда, кстати, уникального на армор. Облучение на ультру пошло, что ультралиски всех прям разбирает. Под на темной стае ни в коем случае драться нельзя, это очевидный момент. Тиран дерется, разваливается. Здесь ультра идет. Отгоняет часть био, зерк живет пока. Зерк живет на 66 лимитах. Тирана 127 добить ну никак не может. Попытка фокуса дефайлера. Зерк тут просто. Ну, реально лимита нет, но все еще живой пока. Так, переводит четвертую, пытается тиран занять. 70 лимита, ну вот, ну с хайвыми технологиями, с таким лимитом тяжело убить, но здесь тиран как-то, ну, неактивно, да, нужно вот шарик, их шариков много, нужно облучать все, что ценность сейчас имеет. Вот ультра заходит, бункер есть, минус ультра, конечно, она демедженная вся. 122 лимита у зерга, что у зерга 69, как было, больше 70 вообще не поднимается, просто нужно пойти уже точку поставить в этой игре. Точку пока не посмотрим. Марики 3-3 грейды. Тралиски 4-2. Уникально армор сделан. Здорово, Кей 320. Так, посмотрим, просирала, накажет ли он бомбера. Чума хорошо, кстати, с научными службами. Чума плюс муталис очень эффективное средство борьбы с этим юнитом. 154-65. Неужели даже сейчас вот? ГГ все-таки пишет, ребят. Нужно закругляться с первым Старкрафтом. Очень долго их справлялся, но справился все-таки со своим оппонентом. И нужно заходить мне сейчас на сервачочек-то. Так, спасибо. Такое спасибо, ребят, всем, что смотрели. Не расходитесь, сейчас начнется. Сейчас начнется второй StarCraft, Keep Bet Race Wars. Турнир интересный, состав интересный. Вердос сегодня играет. Так, меняю захват. Меняю название стрима.
Так, а я зашел-то не туда, надо американский сервер. Вот в чем проблема. Да-да, я иду, я просто первый StarCraft немножко затянулся. Так, вырываюсь сразу же. Так, стоп-старт, ребят, еще сделаю, 60 FPS нужно выставить обязательно. А, стоп-старт так и так нужен, все, ребят, секунду.